Такс, доброго вечера, господа. Здравствуйте. Ну что, потихонечку давайте приступать, а то опять поздно запускаемся. Эх, ну что, недолго, да, музыка играла, недолго счастливы мы были, недолго залипали мы в Лавкрафта, потому что, ну, понимаете. Не, на самом деле, честно, хотел сегодня Лавкрафта, но просто у меня что-то немного живот крутит, поэтому я подумал, что, наверное, это мне помешает погружению в игру и... И боюсь, тогда я не смогу нормально воспринимать эту игру. Там и так надо концентрацию определенную держать, от которой я уже отвык слегка, потому что вот эти все стримы по локалкам и прочее, они, понимаете, разобщают, можно так сказать. Ты вот вроде привык, залипаешь, о чем там говоришь о своем, делаешь параллельно что-то, и нормально. А там надо и сюжета вникать, понимать, что происходит, и головоломки всякие простенькие решать. Ну, в общем, просто немного не то сегодня состояние. Так-то мы Лавкрафт продолжим, не волнуйтесь. Мне он понравился, довольно неплохая игра вышла. По крайней мере, поначалу, можно так сказать. Не знаю, как там будет в дальнейшем. Это я про Sinking City, да. Но сегодня мы немного вот просто проведем с вами вечерочек в Орлету в Варкрафте, причем не будем с вами заниматься локалками, потому что, ну, зачем они нужны? Я теперь, кстати, летающий, потому что я этого на стриме-то не показывал. Все, я могу летать. Потому что мы доделали, наконец, эти репутации и прочую ерунду. Поэтому можно отвлечься и позаниматься тем, что реально вот одухотворяет и расслабляет. Ну, то есть, контент станет еще скучней, я вас предупреждаю, потому что, скорее всего, мы сегодня будем заниматься рыболовством. Да, такой вот уникальный контент. Так, но прежде чем мы начнем, давайте, во-первых, как заметили самые прожженные знатоки Вова, у меня висит напоминалка, что в моей коллекции есть неоткрытый предмет. Да, можно его открыть, заодно мы отпразднуем, так сказать, и то, что у меня появились полеты, потому что там предмет, который, собственно, хорошо вписывается именно в Battle for Azeroth, по которому можно летать. Вы никогда не догадаетесь, кто это. Это сильверийский сновидец. Это тот маунт, которого сейчас дают за подписку полгода, если ее продлять. В принципе, у меня и так стоит подписка полгода. Но конкретно этого маунта... Вернее, нет, у меня стоит 3 месяца. Но конкретно этого маунта мне предоставили, подарили и, в общем... отдали господа из Blizzard. Поэтому вот такой вот от них подарок. Даже не знаю, если это официальным языком сказать для отчетности господ из Blizzard, то маунт предоставлен Blizzard Entertainment, за что мы их благодарим. Ну давайте вскроем, посмотрим, собственно, что это за чудо-юдо, сильверийский сновидец. Сейчас куда-нибудь вытащим и будем летать на нем, собственно, по Battle for Azeroth. Во-первых, да будет свет. Я не собираюсь тут опять чахнуть в этой темноте. Хватит, хватит, хватает и всего. И тем более я хочу рассмотреть во всех красках. Ясно, куплено. Ну почему куплено? Не куплено, а подарено. И я... Это просто для отчетности, понимаете? Я вам должен сказать, что это... Я не должен скрывать от вас, что это подарок. То есть я с вами, наоборот, разделяю этот подарок. Продался, ясно. То есть, ну, я и должен сказать, что это подарок, но и в том числе, ну, это и мне статуса добавляет, понимаете, все-таки подарок от Blizzard. Но это уже было, нам Гниль Вотера дарили, когда он был тоже по полгода плюс. В общем, давайте заценим этого господина Маунта. Так, что мы видим? Что мы видим? Полный набор, собственно. Это вроде как и дракон, и не дракон одновременно. В общем, птица, чудо, руда, еда, кыт. Давайте разберемся, каких комплектующих собрали этого Франкенштейна. В общем, перья куриные, собственно. Ну, крылья, в смысле. Поэтому это уже не дракон. У него все-таки
чешуя должна быть, а не перышки. Лицо с клювом тоже таким ярко выраженным, поэтому все-таки это, наверное, птица. Но, тем не менее, какие-то жабры, шмабры и различные антенны, которые тоже добавляют ему, видимо, какой-то водной принадлежности. Поэтому это получается рыба дракона кур. Вот как-то так бы я его назвал. Гиппо, грифо, рыб. Ну, что-нибудь типа этого. То есть тяжело определить его семейство. Конечно, за основу взята моделька драконов, которая... Ну, вернее, скелет драконов, который уже, в принципе, можно даже сказать, наверное, приелся многим. И мне в том числе. Я вообще на драконах никогда не летаю. Под водой, к сожалению, он себя не чувствует как-либо по-особенному. Хотя вроде похож на водного жителя. Поскольку этих маунтов вели одновременно с Нажатаром, плюс-минус, то, наверное, все-таки как-то они связаны. Возможно, это, да, чел-медведа-свин такой вот, только от мира. Ну, чел-медведа-свин, кстати, тоже в магазине продается, но вот его мне, к сожалению, никто не дарил. Хотя вот чел-медведа-свина, возможно, я бы любил чуть больше, потому что, ну, как можно вообще? Он, понимаете, свинья и с крыльями, это чел-медведа... Птиц настоящий. Вернее, свина-пчела... Свина-пчела-мед... Пчела-деть-медвед-свина-пчел. Короче, поняли вы. Видите, у меня не так много покупных маунтов. Аж целых айнс. Свайдрайфир. В общем, 4 штучки. Гнильватор, лис. Ну, лисы я купил сам, да. Помню, для вас покупал специально, чтобы у вас был контент. Это прямо целое событие было. Гнильватора подарили близы. Сильверийского сновидца подарили близы. Но ладно. Вы их тоже можете, по идее. Вернее, гнильватора уже не можете, а вот сильверийского, типа, если сейчас полгода оплатите, то бесплатно получить можете. Но небесный скакун — это был первый маунт платный в магазине, поэтому он у меня есть. За глаза его называли «Слезы нубов» в актуальное время. Один из самых стрёмных маунтов, но и в то же время прелестных в какой-то степени, потому что давайте мы на него сядем. Чем он интересен? Тем, что, по сути, это тот же самый скелет, что и у непобедимого. Помните, непобедимый, за которым мы гонялись в 2015-м, как угорелые? Собственно, то же самое, по идее, в этом маунте, но проблема в том, что из-за того, что он звездный, якобы, он, видите, из звезд состоит, из целых вот, как там это называется, большая медведица, малая медведица, скопление, в общем, сейчас подскажете правильный термин. Вот, из-за того, что он созвездий, да. Точно. Из-за того, что он состоит из таких созвездий, такое ощущение, будто он на тоненьких маленьких ножках, будто бы девочка из паблика 40 килограмм. И поэтому он очень стрёмный, если на нем ездить. Вот он вроде прикольный всем, если вот на него посмотреть как-то на картинке, но вот когда ты его ставишь в реальной жизни, во-первых, он сливается очень с окружением, из-за этого вот реально как будто щупленький скелетик какой-то бегает, поэтому такой маунт. Первый, конечно, но с конца где-то. Вот, а так бы я, возможно, себе бы когда-нибудь... Вот я на этого фапал чутка, крылатый страж, достаточно симпотный. Вот это тоже уродский маунт, как по мне. Его ввели перед Пандарией, когда... И была возможность его, собственно, купить, когда всем в Пандарии приходилось делать дейлики, чтобы открыть небожителей и летать на таких вот... Не небожителей, а... Нет, небожители — это грозовые змеи, а этих... Господи. Сейчас. Это было, помните, делай делики, осел. Сейчас надо текст песни вспомнить, и сразу все восстановится в голове. Значит, нет, не Клакси, нет, небожители. Господи, кто драконов-то? Орден Облачного Змея.
Да, орден, орден облачного змея, верно, верно. И можно было, в общем, купить себе змея, не делая облачного змея, но он все равно какой-то стрёмный. Эти крылья и морда вот такая вот, конечно, какая-то саблезубая. Не знаю, и цвет у него такой, я бы его не брал. Боевой конь кошмаров приколен только тем, что можно прожать обилку, и тогда у всего рейда будут боевые кони кошмаров на время. Лупоглазик. Короче, вот мой топ маунтов из магазина. Значит, космический лис первое место. Хрюндель прикольный, но надо на него посмотреть в жизни. Пока не знаю. Ну, пускай будет второе авансом. Вот этот забавный писакот. Ну и хватит. Остальные довольно тривиально. Вот этот, таких полно и в игре, нет смысла вообще за него переплачивать. А где, кстати, эти? Тут же, помните, еще был... Была летучая мышь, был этот скоробей. Куда они делись-то все? В общем, ладно, странное что-то происходит. Короче, все, Маунтанс халявный есть, погнали делать что-то. Привет, Шпрот. Шпрот, кстати, начал играть в WoW на этих выходных, так что, возможно, скоро будут совместные стримы со Шпротом по WoW, где мы будем учить его WoW. Дракончик цвета меняет динамично, это тривиально. Дракончик? Нет, я про мистического рунаклыка. Он вроде не меняет никакие цвета. Но то, что вот этот дракончик, который у нас есть, переливается, он этим он клевый, конечно. Но опять же, я просто не люблю скелет дракона. Его надо уже обновить, как мне кажется. Вов без Шпрота МДА. Так Шпрот не играет Вов сейчас. Если бы Шпрот... Тем более у Шпрота там 13 левел, 14. Ему надо брать 20. Вы бы лучше ему помогли, чтобы он поскорее взял 20. Тогда я бы и Акул Тираса создал и присоединился. То есть, я не знаю, у меня, по-моему, нет персонажа 14 левела. Давайте сейчас пощелкаю, посмотрю. В общем, вы поняли, сегодня стрим без конкретной программы. Так, разувий, разувий. Смотрим, что у меня есть. 20-й, 20-й, 25-й, 26-й, 20-й. О, кстати, вот этого перса Шпрот я качал с ВЛГ. Могу, знаешь, как за старшим этим братом тебе его дать и донашивать. Ну, то есть, качаться с ним. Но не буду, потому что у меня приз тоже есть. Так, 20, 45, в общем, нечем подхватить тебя, кроме 20 уровня. Вот на 20-х могу присоединиться, создать себе какого-нибудь толстого Култироса и понесемся. Так, ладно, а пока прыгаем обратно на друидика. Расскажи, пожалуйста, почему у этой модельки синхронизация твоей речи хуже, чем предыдущей? Будешь ли как-нибудь это фиксить? У этой модельки намного лучше в целом все, но определенные нюансы имеются. И выбирая между нюансами этой модельки и нюансами предыдущей, я становлюсь на этой. А как пофиксить, просто пока нету варианта никакого. Шестер не зря вернул подарочным собом. О, комбинатор, ну ничего себе, ты один из тех 3,5 людей, которые продлили подарочный саб, спасибо за второй подряд и за 18 в целом месяцев, что ж, вот тебе гусь. Пускай его зовут в честь нашего нового маунта, в общем, сновидец. Кстати, сновидец тоже для меня достаточно такой... символический маунт. Я постоянно вижу какие-то сны и вам о них рассказываю. Сегодня мне почему-то снилось, что я купил себе камеру Panasonic GH5, или как она там называется. Причем не то, что купил, а кто-то ее отдавал по очень выгодной цене с кучей объективов, и я ее закупил. Хотя я не понимаю, нахрена она мне нужна, но в этом сне логика была совершенно не важна. Так, ладно, если сегодня у нас никаких глобальных планов нет, то я предлагаю заняться таким вот замечательным ремеслом, как рыбалкой. Я все-таки немножко не выдержал и покачался за кадром, покачал рыбалку, сделал себе артефактную удочку, но там на самом деле очень скучный процесс, просто изнурительный, я бы даже так сказал. И самое главное, какой-то безумно странный. Безумно странный, потому что по этому квесту нужно ловить наживки.
чтобы на эти наживки ловить рыбу. Но, чтобы ловить наживку, нужно сначала получить наживку для наживки. То есть поняли, насколько все абсурдно? Наживку для наживки, с помощью которой мы вылавливаем наживку, с помощью которой вылавливаем рыбу. А в некоторых конкретных случаях, например, в Штормхейме, нужно вылавливать еще и наживку для наживки. То есть полное, если собрать вот полный комплект того, что надо сделать, для того, чтобы получить эту артефактную удочку. Значит, это получается, нужно выловить наживку для наживки, улететь, например, в Шторхейм, там выловить с помощью наживки для наживки наживку для наживки, и этой наживкой для наживки выловить наживку, потом с помощью нее выловить рыбу. Короче, очень интересный контент. Но, тем не менее, относительно там тоже свои есть хитрости, обузы и прочее. В общем, удочка у меня готова. Это, в принципе, наверное, единственная удочка, которую бы я хотел получить. Даже немного прокачана в рамках разумного, чтобы у меня были все перки. То есть, смотрите, благодаря этой удочке я могу по воде ходить теперь. Мне для этого даже не нужен пандарийский плот. Вот такой вот был в свое время сейчас. Но он, наверное, не будет работать одновременно с хождением по воде. Но если мы отключим хождение по воде, он должен работать. Он не хочет работать. Ну ладно, неважно. Так. В общем, я вас чувствую, уже запутал. Короче, удочка топовая. У нее куча перков, всякой ерунды. И плюс она выглядит как Мурлок. И самое забавное, у нее есть физика. Смотрите, Мурлок лапками шевелит, который на ней находится. Не так много вообще моделек в Вове, у которых есть вот какая-то физическая модель. Как правило, это начиная с Пандарии пояса появились, у которых бляшки колышутся по ветру. И, собственно, иногда там, ну, вроде плащи до сих пор. Вот плащам бы прикрутили физику, было бы хорошо. Но проблема плащей в том, что они постоянно в ноги проваливаются. Такс. Смотрел «Благие знамения»? Вот нет, вот осталось буквально пару серий. Но я подумал, что лучше стрим для ребят запустить, нежели чем... О! Ну-ка, давайте. Так, смотрите, здесь еще есть хитрость. Можем призвать какого-то элементаля, которого, если убить, потом будет падать наживка. Ну, вернее, тут надо вылавливать... Ой, я забыл, чтобы купить наживку для наживки, надо выловить сначала ресурс, за который покупается наживка для наживки. То есть, еще раз, давайте полный спектр. Нужно выловить ресурс, за который покупается наживка для наживки, чтобы потом полететь, выловить на наживку для наживки, наживку для наживки, с помощью которой можно выловить рыбу. И таких рыб 18 штук, собственно. И тогда только вы получите эту удочку. Жопа еще какая. Но вот тот, кто делал эту удочку, он не даст соврать. Я вообще не преувеличил. Это именно то, что нужно сделать, чтобы ее получить. Так, и короче, я загорелся идеей выполнить различные достижения, связанные с рыбной ловлей. В частности, я бы хотел выполнить мета-достижение, так называемое, непревзойденный рыболов. И оно тяжкое, задротское, и особенно вот лучший рыболов Азерота. Вот это достижение хрен мы получим, конечно. Здесь придется прям, ну, запотеть, я даже не знаю как, но тем не менее. Тем не менее, другие пока можно потихонечку, ведь какие-то у меня и так есть, какие-то будут в дальнейшем. Так что вот потихонечку, возможно, начнем с вами делать вот эти достижения. Ачивки в Вове, это классно. Уникальную рыбу лучше ловить в сценарии Хроме, там шанс подкручен. Я не знаю, я нашел такой абуз, вернее, нашел на Вовхейте, не сам нашел. Абуз, благодаря которому качать эту удочку относительно легко. Это надо лететь в Штормхейм, вылавливать там кольцо и потом сидеть над этими косяками рыб специальными. Блин, сорвался. Надо приучить себя на левую кнопку, а не на правую. В общем, если вдруг соберетесь делать эту удочку, загляните на Вовхед, не знаю, найдите все возможные видео на Ютубе, потому что черт ногу сломит, реально. Вот хрен поймешь, как ее делать нормально с первого раза.
Аж самому надо писать гайд, такое ощущение. Но кому нужна эта рыба, эта удочка в БФА? Вот был бы сейчас легион на дворе, можно было бы и записать. Так, в общем, есть способ обузить эту удочку, чтобы прокачивать. Здорово! А этому чуваку будем ману сдавать, я не знаю, она мне все равно не нужна. С ним какая-то репа качается. Так, ладно, и последнее, что вам давайте покажу, похвастаюсь, соответственно. Ну, если вы впервые видите артефактную удочку, она у меня только сегодня появилась. Так что я сам еще не совсем с ней знаком, но более-менее. Ее ж, в отличие от всех артефактов Легиона, которые канули в лету, их нельзя прокачивать больше совсем. Это единственный артефакт Легиона, который все еще можно качать. И вот здесь есть замечательные перки в духе. Дает возможность ходить по воде, дает возможность плавать под водой в форме рыбы. То есть, понимаете, я, несмотря на то, что друид, могу все равно занырнуть под воду и быть рыбой. Вот это классно. Какие-то сапоги ловить, какие-то... Вот, заметили, наверное, когда я рыбачу, я становлюсь прозрачным. Это для того, чтобы меня не гангали, не пвпшили. Тоже какая-то обилка, позволяющая скрываться. В общем, классная вещь, на самом деле. Я рад, что она у меня есть. По-хорошему, надо бы еще рыболовную шляпу какую-нибудь раздобыть, чтобы совсем было великолепно. И с ней бегать. Но я не знаю, какие эти рыболовные шляпы существуют. За эту ману и репу у мужика возле озера можно купить рыбу маунта. Ну, поэтому я ему и сдаю эту ману, потому что она мне, в принципе, не особо нужна после того, как я уже сделал удочку. Вот можно какую-нибудь такую шляпу временно сделать. Заюзать, но по-хорошему какую-нибудь прям рыболовную, настоящую. Или может вообще треуголку пирата сделать. Надо нам трансмогриф подобрать. Всем друзьям грумили. Блин, этот глазен зота, он не дает трансмогрифить башку. В общем, и за корючки. В общем, забейть, не получится у нас. Залетел к нам донат. Ты ему рад? Конечно же, брат. Кто это? Пришел нас порадовать. Отличного вечера. Форточку не открывай. Спасибо, Джойн. Да. Ну, ты, конечно, умеешь вот подлить масло, но... Спасибо. Все равно спасибо за донейшн. Приятного и тебе вечера. Лучший рыболов Азерота легко делается на каком-нибудь из европейских РП-серверов. Они почти все мертвы, там нет кросс-реалма. Я делал на сервере Кирин Тор. Персонаж там качается быстро, благодаря возможности создать легендарный класс. Ну, в общем, мне тоже об этом говорил господин Марлик, наш эксперт по миру Варкрафта. Но, я не знаю, мне нужен хай-левел на РП-сервере. Если да, то это, ну, геморрой, конечно, но можно в теории. Потому что метод достижения я бы хотел сделать, за него дают звания. А я большой коллекционер званий, посмотрите, сколько их у меня. Я не могу. Единственное, что мне нравится задротить в Вове прям больше всего, это звания и титулы различные. Так, здравствуй, Аркадис, воскресим тебя. О, это тягчающий воскресный вечер последнего отпускного дня. О, жестокий рок, что гонят раз за разом работяги в офис. О, несправедливый мир, в котором нужны деньги, чтобы жрать. Вот именно. Так, ладно, давайте начнем с чего-нибудь легенького. Вот, например, ачивочка мародер. Давайте сразу подготовимся. Откроем вовхедик. Откроем вовхедик и будем, в принципе, по нему ориентироваться. Как вы понимаете, большинство достижений в Вове делается именно по такому же сценарию. Берете, открываете вовхед, ищете мародер. Так, обломки парового насоса, Зангартоп, Болотина, Танарис, западные чумные земли, северная тернистая долина. В общем, полетать по Азероту сейчас предстоит. Так, значит, Зангартоп, Болотина, Танарис. Это вроде Калимдор, западные чумные земли, это... И северная тернистая долина — это восточное королевство. Ладно, сейчас сориентируемся. Короче, придется и там полетать, поэтому давайте, пойдемте делать мародер пока что. Есть ведь рыболовная шляпа НАТО из Пандарии. Да, она есть, но с ним надо репутацию качать. У меня с рыболовами... Ядрить, это что такое вообще? Почему надо следовать за пауками? Почему нельзя следовать за бабочками? Что это было? Откуда тут столько пауков? Это у кого-то какая-то игрушка или типа того?
Вот, просто я, наверное, уже выполнил все легкие достижения, по которым можно получить титулы. Теперь у меня остались только самые адские. Ну, давайте приступать. Значит, хорошо, вот мы в Штормграде, нам надо в болоте, но это к Стальгорну надо поближе десантироваться. Но, по-моему, здесь уже нету порталов. Так, Долораны, Малораны. В общем, ладно, на метро доедем. Орчи, моей девушке стало там, мокро от твоего голоса, ревную. Может, это не от моего голоса, а от того, что ты руку положил на... А, ладно, неважно. Тем не менее, привет ей. Орк, ты точно не повтор? Сейчас можно удочку легендарную получить? Да, в том-то и дело. Я на самом деле в определенный момент, когда ее делал, потому что там реально очень дебильное достижение. То есть я не мог понять, я правильно делаю, неправильно делаю. Но на самом деле, когда ты делаешь неправильно, на самом деле ты делаешь правильно. То есть имейте в виду. Но можно ее получить, я ее только сегодня сделал. Так, в течение 15 минут мир духов будет периодически воздействовать на цель. А, вот что за игрушка. Адмирал Кровавого Паруса есть у тебя? Нет. Я же говорю, легкие достижения, все более-менее выполнены, за которые дают титулы. Остались сложные, сложные. А знаешь, что существует звание, которое покупается за голду у эльфов на Кельданасе? Вот скажите его, может, хватит денег. Такс, ладно, ждем тогда метро. Выезжаем за тем, чтобы рыбачить в косяках, где обломки каких-то ящиков. Сложные достижения, да. Ну, не то, что сложные, просто чутка задротские. Ну, говорю, надо что-то, вот надо что-то. Есть, например, целое достижение, по которому нужно летать по миру Варкрафта и делать селфи. Это достаточно тоже, мне кажется, забавно для стрима. Потому что мы так с вами облетим весь мир и какие-нибудь там истории вспомним о каких-то локациях, поностальгируем, что-нибудь вспоминаем. Тоже забавно, мне кажется. Из расколотого солнца. За голду и репу не забудь докачать тоже. Так, ладно, давайте я пока погуглю. Чокнутый есть? Нет, конечно. Чокнутый — это вообще жесть. Это все равно, что делать этого дипломата, а как его? Ну, кто там, помните, с какими-то древобрюхами? В общем, есть много задротских достижений. Я еще не решился их делать. Но когда-нибудь решусь. Сделай звание Гроза Альянс. Легкое достижение Альянс Сосед. Скорее всего, оно у меня есть. Но оно вроде за Орду, да? Или нет? Или да, или нет? Врача, ты в реальной жизни на рыбалку ходишь? Я вот вижу регулярно мужиков с удочками на набережной. Стоят, ловят что-то под бензиновой пленкой и кайфуют. Всегда, проходя мимо, задаю себе вопрос, какого хрена я сижу в офисе, когда могу стоять с удочкой на набережной. Нет, в реальности я, наверное, не очень хорошо рыбачу и вообще не очень рыбачу. Но когда-нибудь, возможно, когда-нибудь я, может быть, какую-нибудь рыбалку бы и себе организовал. Но это, понимаете, это надо компанию приятную собрать и куда-нибудь мотануться, потому что, ну, рыбачить в городе — это действительно дебилизм, тем более и нельзя наверняка. Да и никакого удовольствия не будет, потому что выловишь радиоактивную какую-нибудь муру, которую и отпустить нельзя, потому что это какой-нибудь пескарик размером в пару сантиметров. Да и есть нельзя, потому что и так живот крутит, а еще и гастрит разыграется какой-нибудь в лучшем случае. А то и станешь таким же рыболицем, как в игре Sinking City. Так, нам нужна болотина. Надо по-хорошему какой-нибудь маршрут выстроить, но будем летать, где придется. Так. Болотина, она чуть выше. Вот гавань Минитилов. Полетели туда. Ор, когда ты уже весь вов пройдешь? Ну, не скоро. Чтобы пройти весь вов, надо сколько достижений? 25 тысяч? У меня только 15. Я очень далек от этого. Так что рыбалка, наверное, довольно такой веселый процесс, но с кучей геморроя. И, ну, в реальности, естественно. Да и в Вове тоже. В общем, везде один геморрой. Вы со Шпротом можете скооперироваться? Ну, Шпрот-то не играет сейчас, вот конкретно в данный момент.
Мы со Шпротом скооперируемся. Я просто хочу, чтобы он апнул 20-й, ну или хотя бы какой-нибудь 19-й, 18-й, там, 17-й на крайняк. Ну, чтобы мы... Или 15-й уж, в конце концов, чтобы по данжам могли бегать. Ну, в общем, чтобы мы могли скооперироваться с ним. У Азмонголда почти 32 тысячи достижений сейчас. Ну вот он прошел вов, а я на полпути только, видите, к прохождению вов. Но я и не спешу никуда. Мне не важно пройти вов, мне главное получить удовольствие от процесса. Не хожу на рыбалку с тех пор, как батя в шутку пытался лодку перевернуть. Эти шутки, бать. Так, по скрипту морг, рыбы из Невы или этой вашей московской речки, если нельзя, суперсилы откроются. Я даже не знаю, водится ли она там. Наверное, какая-нибудь водится. Даже в Мертвом море грибы растут, поэтому, в принципе, живые организмы везде, наверное, существуют. Но не очень я уверен, что способен их переварить желудок. Ну, на крайняк всегда есть какие-нибудь разводные пруды, где можно за энное количество рублей выловить себе какой-нибудь галиматив, взвесить, заплатить и уйти. Тоже вроде процесс, но не такой прям совсем уж дикий. Не надо там стоять на какой-нибудь реке с каким-то течением, перебрасывать постоянно. Так, ладно. Значит, поехали. Так, из расколотого солнца звонят. Сверяемся с гайдом. Болотина, 18, ну, в общем, 19-21 метка. Ставим меточку. Way, 18-21. Ну, 19-21. Так, меточку поставили, полетели делать. Так, сходи на арену, рейтинг капни. Что-то как чепуш, нудиши, нудиш. Так ты чепуш, мне не нужна арена. Нету никакой крутости в том, чтобы играть на арене. Наоборот, скучно. В Вове очень такая арена, нудная довольно. Если я захочу PvP, я пойду поиграю в PvP игры. Их сейчас до задницы. Наоборот, мне кажется, в Вове сидеть, вот задротить в PvP, это что-то... Вот Battleground еще куда ни шло. Там хотя бы, ну, какие-то режимы относительно интересные. Вот это вот все. Так. Значит, здесь, по идее, какие-то обломки должны быть, да? Так, обломки парового у нас... Разбитая шхуна, болотина. 18-84, 20... Ну, прям по координатам. Вот здесь она должна быть. Так, как она называется? Разбитая шхуна. А в какой МРПГ тебе больше нравится ПВП? Да не знаю, мне кажется, МРПГ не самый лучший сейчас жанр для ПВП-шений вообще, потому что ПВП-игры выделились в отдельные категории, и они, ну, это просто делают лучше. Если захочется ПВП, есть что угодно на выбор. Овервотчи, Counter-Strike, Доты, авточесы, да... Тысячи их. PlayerUnknown, Battleground, Battle Royale, там вот это вот все. Для чего играть в PvP? Вот в Warcraft Battleground, мне кажется, и то, знаете, так, на разок. Ну, не то, что на разок. Вот именно позадротить пару вечеров, потом, мне кажется, надоест. Ну, сделать какие-то базовые достижения, но сидеть там условно, трайхардить, мне кажется, не очень. Ну, это просто не мое, не знаю, вот. Вове не мое ПВПшец. Вов для меня исключительно ПВЕ игра. Мне наоборот нравится кооперироваться с кем-то, чтобы творить дичь. Такс, разбитая шхуна. Есть. Первая часть выполнена. Ну что, как вам рыбалка была? Видели, выловил аж водонепроницаемый сундучок. Давайте его откроем. В нем было куча хлама и парочка серебряных. Ну прекрасно. То есть это, конечно, не рыба, но мы очистили океан. Уже на душе легче. Так, значит, следующее у нас... блин, вспомнить бы, где все эти локации. Танарис — это Калимдор. Западные чумные земли — это недалеко. Северная тернистая долина. Вот Зангартопь — это вообще не БКшная ли лока случайно? Да, это аж... О, господи, ну и придумали, конечно. Ладно, вот бы свисток в Азероте, чтобы переноситься к ближайшему распорядителю. Да, нельзя. Так, ладно. Тогда полетим в западные чумные земли.
оттуда в эту долину. И потом в Калимдор, в Танарис. В Танарис относительно просто, туда портал есть хотя бы. Так, западные чумные земли. Давайте вот куда-нибудь сюда, в серединку. Так, летим. Я тебе предлагал в «Рыцарей Старой Республики» поиграть. Ты сказал, что скучно читать диалоги. А в «Вампирах» нет диалогов, а в «Детективе» по Лавкрафту... ну, вот после «Вампиров» мне не хочется играть в еще одну игру, где надо читать диалоги. Типа, перенасыщение у меня небольшое. Вот, поэтому... Вы не думайте, что я назло вам не хочу играть в игры, которые вам нравятся. Я просто пытаюсь сочетать и то, что мне будет интересно, и то, что и на стриме будет хорошо органично вписываться. Чтобы в первую очередь у нас получился стрим нормальный, а не просто для галочки мы бы что-то запустили. Может быть, мы дорастем до этих которов и так далее. Конкретно в Лавкрафте, ну там много, конечно, записок, но диалоги зато озвучены. Ну, записки тоже, конечно, такое. Если бы их не было, было бы совсем хорошо, но в них частички лора, что поделать, никуда от них не деться. Сквородкер, спасибо за 46-й подряд и за 46-й всего. Ты постоянен, как какой-нибудь условный президент какой-нибудь условной страны. Такс, поэтому вот тебе гусь. Импичмент. Не знаю почему, но это вроде что-то политическое. Единственный полезный стример. Океан очищает. Про такого надо книги писать. Орк против микропластика. Недавно видел, кстати, в Москве плакат социальный. Типа шашлык, но вместо мяса на шампуре всякие консервные банки, упаковки от бутылок там и так далее. Там, ну, вернее, пустые бутылки, упаковки различные. И надпись «Природа это не переварит». В общем, не мусорьте. Орк, тебе не доело играть в одно и то же? Такое ощущение, что ты страдаешь из своей работы. Но не могут орки выполнять такую работу. Если бы я страдал, я бы, наверное, не запустил стрим. Или пошел бы в другую игру. У меня на выбор, типа, тысячи игр различных. Очень глупо было бы сидеть вот в этом Вове чахнуть, допустим, если бы мне было неинтересно. Я обычно не держусь за какие-то игры, это вам подтвердят любые алды на стриме. Что, если мне что-то не нравится, я дропаю и идем дальше. Орка, как тебе ивент для Вова? За отведенное время дать игрокам квест очистить водоемы от мусора, и кто больше выловит, тому плюшки какие-нибудь и звания с достижением. Ну, могли бы что-нибудь такое сделать. Может, не кооперативное такое, вот, не соревновательное, а просто там, допустим, какое-нибудь достижение в духе, там, выловить мусор там, и какое-нибудь там достижение с текстом. Там, очиститель океана, там, ну, в общем, водомес, не знаю, что-нибудь в таком духе. Я думаю, это могли бы сделать. Может быть, и сделают. Так. Вот, видите, плюсуют алды, не на то и алды, горжусь вами. Марк, ты же сам говорил, что в Вове одно и то же, скукота, ничего нового. Блин, вот... Мне очень сложно спорить с тем, кто приводит мою цитату, которую, возможно, я говорил в как конкретном контексте. Возможно, я вообще ее не говорил, потому что, ну, если бы вы с каким-то там тайм-кодом кидали, я бы, наверное, сказал «да». Наверное, я имел в виду что-то другое. Или «да», скорее всего, я передумал. Но мне сложно просто... Одним меньше. Вове скучно бывает, конечно. Но я же себя пытаюсь развлекать различными... Понимаете, Вов, это как и любое занятие, которым ты занимаешься. То есть, если ты одно и то же делаешь постоянно, тебя это задолбает и не захочется продолжать. И для того, чтобы вернуться в струю, тебе надо резко сменить деятельность. И в таком случае... Ты отвлечешься, организм как бы отдохнет, и потом ты можешь вновь делать эту рутинную рутину. Сейчас мы переключились там на ту же рыбалку, например. Она задолбает, на что-нибудь еще. Но вообще, я говорю,
Мы стараемся сейчас сидеть на всех стульях, поэтому Вов сегодня в рамках исключения. Так бы мы в Лавкрафт пошли. Get Hopper, спасибо за 6/9. Так, 69. Ха. Так, это западные чумные. Нам нужны координаты. 67-81. Так, прописываем. V6781. Все, вижу куда. Орка, шахматы-то тебе не зашли? В них нет желания играть? Шахматы мне зашли. Я хочу в них играть, но... Ну, просто мы взяли от них перерывчик небольшой. Я уже даже не помню, это было вроде то ли на прошлых выходных, то ли нет. У меня все смешалось, да. Но вроде они были на прошлых выходных, а раз так, то, наверное, надо чутка передохнуть. И вообще надо Лавкрафт проходить, вот. Если завтра, допустим, Шпрот не получится у него там вов какой-нибудь кооператив устроить, то пойдем Лавкрафт тогда, завтра. То, что, в принципе, ну, основное в Вове, что я хотел, мы сделали. Сейчас мы можем только вот какие-то там ачивочки попиливать втихаря. Селфи, рыбалки, вот весь фан-контент. Субботу хоть почилил. Я разделил чил на субботу-воскресенье, поэтому у меня получилось полдня там, полдня тут. Сори, но квесты одни и те же. Так, а, ну мы с тобой, мы уже это все обсудили. Так, выловили. О, мы ром выловили. Ну так давайте его и навернем. Какая рыбалка без угорячительных напитков? Так, значит. И теперь у нас Северная Тернистая Долина. Проблема в том, что сейчас до этой Северной Тернистой Долины лететь... Путь, в общем, будет тернистый. До нее... Так, извините, птица, видите, начинает куда-то летать, потому что пьяная, поэтому мне приходится ее немножко корректировать. Это не я ее вниз тяну, это она сама падает. Потому что пьяным за руль, да, нельзя, но я в рамках исключения сегодня чисто ради контента полетаю чуть-чуть. То есть это не то, что пьяный за рулем автомобиля, это получается пьяный за рулем самолета или что-нибудь в таком, за штурвалом, или как там у них это все. Вот. Через портал в сумеречный лес можешь. Ладно, я пока соображу, уже успею долететь и так. Значит, какая тернистая долина? Северная тернистая долина. Рад познакомиться. Так, не запутаться бы. В общем, она вроде как разделена, но на карте почему-то не разделена. Неважно. Полетели. А пока летим, все равно сейчас пол материка проходить, поэтому я вам вот что скажу. Второго дня сходил давеча на художественный фильм «Анна» Люка Бессона. Значит, если описывать одним словом, то чушь какая-то получилась. Но если чуть развернуть, то какое-то совершенно непонятное, очень мутное кино, которое я даже не понял, для чего вообще, какую мысль оно преследовало, что в нем можно отметить хорошего, что плохого. Потому что, мне кажется, всем было насрать, когда они делали фильм «Анна». Всем, вот абсолютно всем такое ощущение, что было пофиг абсолютно этот фильм. То есть они там пытались воссоздать эпоху вот такого... буквально последних годов Советского Союза, там, типа, конец 80-х, начало 90-х. Но при этом им было так насрать, там, например, в некоторых кадрах современные машины мелькали, какая-то Шкода Октавия современная появлялась в Москве 85-го. В Москве 87-го, оказывается, у любого бомжа ноутбук дома есть. В Москве 87-го, не в Москве, но неважно, в 87-м году, оказывается, люди по Nokia говорили мобильному телефону. В Москве 87-го номера почему-то с регионами, которые появились гораздо позже, когда номера в Москве кончились для автомобилей, ввели другие номера с другими регионами.
собственно, и с такими номерами машины ездят по Москве 87-го. Это вот фильм «Анна», великолепно просто, и соответствие всего. Там чего только нет, какая-то просто перекрученная чушь. Я не знаю, после «Чернобыля», в котором каждую, блин, деталь, каждую консерву подобрали под антураж, смотреть на фильм «Анна», который пытается тебя убедить, что действие происходит в 87-м, не получается. Потому что там настолько абсурдно, что когда фильм разворачивается, его действие в 91-м уже году примерно. Причем самое смешное, что в 91-м еще по сюжету фильм почему-то ничего не развалилось, но неважно. В 91-м герои, например, начинают общаться по пейджеру, хотя должны были это делать в 87-м, а не по телефонам болтать нокиевской. Потом позвали на главную роль какую-то модель, которая тут играла главную роль, а она, к сожалению, я не знаю наверняка, хорошая она актриса или плохая, но конкретно в данной роли, в данном фильме она не очень нормально выглядела, скажем так. Не очень интересна была как актер в первую очередь. Может быть, это косяк господин Люка Бессон, потому что не всегда актер играет хреново из-за того, что он хреновый актер. Всегда может быть режиссер, который говорит актеру играть хреново. Примеров таких тоже можно подобрать несколько. Но конкретно вот здесь главная героиня — это что-то с чем-то. Это прям вот... Это даже если забить на вот эти все несостыковки, какой-то абсурдный сюжет, какую-то шьямаланщину, которую в этот фильм приплели для того, чтобы твист на твисте, в твисте, в твисте, в твисте, в твисте, как наживка для наживки, для наживки, для наживки. Вот, даже если забить на это, то просто смотреть тяжело из-за того, что вот актриса, она же модель, а не актриса, не очень справляется со своей ролью, как мне кажется. Но, может быть, это и была задумка Люка Бессон, но тогда это очень странная задумка. Что еще отметить? Да ничего, просто какая-то чушь. Я и сюжет не очень, и клюква одна сплошная. Даже уж как бы я холодно к клюкве не относился, потому что на самом деле клюкву я люблю, с нее поугарать хотя бы можно. Это весело всегда, если кто-то клепает клюкву. Но здесь такая тупая, такая вот дебильная клюква. Какие-то КГБ, с ФСБ при учете, вернее, КГБ с ФСБ почему-то по Европам бегают, убивают людей. Что вообще происходит в этом фильме? Почему вообще ФСБ в Европе, вроде ЦРУ у американцев занимается разведкой, а не ФСБ? Ой, все. Какая-то... Тьфу, не ФСБ, а ФБР. Или там ЦРУ, или ФБР. Ладно, вы поняли. Короче, какая-то чертовщина в этом фильме происходит полная. Не знаю. Что-то прям как-то от Люка Бессона ожидалось лучшего кино. Даже предыдущего фильм, где Скарлетт Йоханссон вшили в живот наркотики, которые протекли, и она стала сверхчеловеком из-за протекших наркотиков, а потом превратилась в флешку, не спрашивайте. И то в разы лучше, чем вот то, что получилось в фильме «Анна». Мне просто негде больше побомбить, только на стриме, поэтому... Поэтому вот для вас эксклюзивный контент, не знаю. В принципе, если хотите, можете, наверное, сходить. Но я вообще не должен за вас решать, идти вам или не идти. Мое мнение, что какой-то отстойный фильм. Мне начинает нравиться, как ты теребишь карту. Спасибо, это у меня привычка такая, я ничего не могу поделать. Мне надо как-то переключиться на стриме, это делать пореже, потому что когда я играю в WoW, я постоянно вот так вот тереблю карту, проверяю, где я, проверяю, куда я лечу. Не знаю, почему это что-то, может, а-ля нервный тик или около того. Но надо с этим бороться, потому что, например, когда записываешь геймплей из того же Вова, потом, когда ты нарезаешь, когда ты открываешь карту, это адски бесит. Тебе надо нарезать те моменты, где ты карту не трогаешь.
Только форму медведя, как у тебя, уже не достать новым чаром? Вроде как нет уже. Ну, я думаю, ее когда-нибудь ведут. Но пока нет. Это в курсе про существование горящих клавиш шифтом в игре? Знаю, но мне неудобно вот эта вот прозрачная маленькая карта. Потому что, ну, что тут видно-то? Вообще непонятно нифига. Вот, мне кажется, вот эта мини-карта, которую они сделали. Такую, которой на классике нет. На классике вот так придется открывать карту. Ядрить. Вот это неудобно совсем. А шифтом, ну, такое. Я знаю о существовании, но это совершенно мне не нравится. Так, пропаганда в современном политическом дискурсе поднимается как открытое распространение взглядов, фактов. Так, о чем речь? Это ко мне, не ко мне? Ладно, это не ко мне. Смотрел фильм «Паразит», смотрел «Человека-паука». «Человека-паука» смотрел, «Человек-паук» мне, наоборот, понравился. Несмотря на то, что первый фильм мне впечатление странное оставил, вот нового «Человека-паука», вот с Холландом. Первый фильм мне что-то не очень прям зашел. А вот второй компенсировал все, что было плохого в первом. И, в общем, получилось нормально. Очень даже. Даже более, лучше, чем нормально. Даже хорошо получилось. Ну и, конечно же, Мистерио, естественно. Давно уже этого героя надо было как-нибудь показать на экране. Осталось только кого там этого... Как его? Крейвен, Креви... В общем, охотника вот этого. И будет полный набор самых знаковых героев. Ящер был, Стервятник был, Электро был, Веном был, Гоблин был, Мистерио был. Вот, наверное, только вот этот Крейвен или как его там, Рейвен. Ну, в общем, вы поняли. Ну, Карнаж еще нужен, Карнаж еще. Октопус, ну, был, конечно, тоже. Рина, да, вот Рина до сих пор внятно. Вроде в каком-то фильме что-то показали, какой-то, или это в игре было. Карнаж и Рина, да. И Скорпион, точно. Скорпион. Вот их надо показать, а то прям тоже знаковые для Человека-паука злодеи. Так, Северная Тернистая долина. Северная. Так, 34-44. Так, Way 34-44. Все, поставил, идемте. Хамелеон. Хамелеон, 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 хамелеон. Амбал. Ну, Амбалу не было. Он был в Сорвиголове. Амбал. Ну, не знаю, ладно. Но зато он был в игре. В игре был Амбал. Так. Кстати, Амбала в Сорвиголове играл вот этот актер из «Зеленой мили». Вы поймете, о ком я. Сразу же, как только я сказал... Актер из «Зеленой мили». Так, значит, здесь у нас тоже какие-то обломки вдоль этого берега. Давайте их искать. Так, Амбал был в «Человеке-пауке» орк. В каком именно? Не помню. В фильме? Вот Карнаж скоро будет во втором «Веноме», потому что его еще будет играть Вуди Харрельсон. Мне крайне интересно посмотреть, как Вуди Харрельсон будет играть Карнажа. Вуди Харрельсон такой достаточно любопытный актер, а безумца какого-то отыграть, мне кажется, у него получится достаточно хорошо. Такс. В принципе, во вселенной, поэтому надо фильм запихать. Ну, надо, надо. Ну, может быть, Амбал не самый такой прям... приоритетный, мне кажется, злодей. Ну, наверное, самых основных. Так, я могу ходить по воде. Во. Главное верить в себя. Самых, наверное, знаковых уже всех показали. Скорпиона не хватает. Ирина, Рина особенно. Не знаю, Ирина, я не знаю, как он по комиксам, но в каждой почти игре по Человеку-пауку Рина всегда был. Поэтому... как трибьют, надо его тоже ввести. Да и он достаточно такой любопытный вроде как персонаж, который там в свой костюм вшился и в итоге... Правда, с другой стороны, это не такой интересный злодей, который сейчас нужен в актуальное время.
что большинство людей сейчас любят злодеев с изюминкой. Арина такой прям, вроде как, самый что ни на есть твердолобый злодей. Так, нам надо в... Ладно, вернемся через Долоран в пещеру времени, а потом в Шатрат. То есть вот Мистерио, те, кто не знали, что он иллюзионист, они, наверное, охренели с поворота в «Новом Человеке-пауке». Да даже я немножко задумался в определенный момент, что происходит, потому что, ну, как-то не так, мне казалось, должны были развиваться события, но потом все встало на свои места, и я такой, ну все. Теперь все наконец встало на свои места, а то я уж подумал, что вообще тут творится. Но самое главное, конечно, в «Новом Человеке-пауке» это последняя сцена, первая сцена после титров. Вот там прям, конечно, мощно было. Мощно. Вот эту сцену, ее даже нельзя, мне кажется, было после титров запихивать. Она довольно важная и для сюжета, и для всего, поэтому... Крайне странно. Так, значит, Танарис. Мы в Танарисе 63-61. Вы 63-61. Вы заметили, что ни один координат не подошел в точности? Рина был мельком в одном из фильмов. Вот мне тоже кажется, что он где-то был вроде как, но я не могу вспомнить где. Просто все смешалось уже, конечно. Такое ощущение, будто все были, потому что игры тоже слились воедино. Ну, посмотрим. Я думаю, новый Человек-паук проживет дольше, чем 2-3 фильма. Что первый закончился на третьем, второй на втором. Но к нынешнему Человеку-пауку столько внимания и всего, что... По-хорошему, он, наверное, не должен так быстро прекратиться. Я думаю, еще пару фильмов выдержит, а может даже и больше. Так. Здесь должны быть какие-то осколки. Давайте их искать. Обломки, вернее. Вот они. Так, обломки в воде. Опа! Очищаем океан от мусора. Человек-паук, высокое напряжение. Рина был в Amazing Человек-пауке 2. Возможно, возможно. Я, конечно, помню оттуда только Электро. И дабстеп-музончик. И, собственно, как Электро постоянно завывал, что «Человек-паук, я твой фанат, господи, я твой фанат, я такой фанат Человека-паука». Так, Зангартоп, озеро, где резервуар кривого клыка. Так, ну Зангартоп, это нам надо, получается... чесать обратно в Шатрат. В Штормград, оттуда в Шатрат. Руки, я недавний игрок Вов на обнову Battle for Azeroth. Состоит чисто из локалок и сюжет с туземцами. Блин, ну так однозначно ты не скажешь. Зависит от того, что тебе в Вове-то интересно, я ж не знаю наверняка. Ну во многом, да, состоит из локалок, сюжет с туземцами, но... Но так можно любое дополнение, в принципе, описать. Что там... Так, Задар. Значит, все-таки в Штормграде. Портал в Шатрат. Если ты вдруг не в курсе, прозрачность миниатюрной карты сейчас настраивается на меню по правой кнопке мыши в ее шапке в правом верхнем углу. И перетащить ее можно куда угодно. Не знаю. Ладно, надо как-то переучиваться, возможно. Дайте пока сделаю, как мне удобнее, а там, если что, настрою все-таки. Просто мне тоже не хочется, чтобы у меня на экране половину места занимало не пойми что. Так, в Зангартопе. Хорошо ты делаешь, это ачивка или... Да, делаем ачивки для рыбалки. Там не только Электро был, еще и Гоблин. Блин, опять все смешалось. Просто мы недавно же, ну как недавно, осенью проходили Marvel's Spider-Man игру, и там тоже был, ну не Гоблин, конечно, но почти он появился. Там был и Электро, и Скорпион вроде как.
в дуэте. Всего тебе хорошего. В общем, вот игра по Человеку-пауку прям хорошая получилась. Так, Зангар топ, да, всего вот сюда. Хе-хе, вообще рейды есть? Ну, есть. Блин, ну и вопрос, конечно. Я ж не могу вам весь вов показать за один стрим. Для этого, ну, этот стрим должен будет длиться часов так 10 тысяч, наверное. Ты так не ответил про фильм «Паразит». Нет, это я не смотрел. Так, Арчибальд, а ты смотришь ЧГК на Стопгейме? Нет. Я смотрю ЧГК на Первом канале. Но вроде уже летний сезон кончился. Так что теперь только осенью. Вот. Поэтому пока у меня с ЧГК перерыв. В Гарфилдском пауке такой стрёмный гоблин. Там все в принципе, стрёмное. Кроме Эммы Стоун. Я просто фанбой, поэтому не обращайте внимания. Ты так долго игноришь мое сообщение про Вуди Харрельсона, что оно уже не актуально в нашем разговоре. Ты видел пьяного Вуди Харрельсона с Уимблдона? Нет, не видел. Я говорю, не все сообщения я успеваю прочесть. Не от того, что я злой, я просто потому что концентрация скачет с одного на другое. Надо и в игре ориентироваться, и чат почитывать, и... Да эта миникарта абсолютно бесполезна, что настраиваю видимость, что не настраиваю. Вот и мне так кажется. Так, какое озеро, где резервуар темного клыка? Что? А, вот резервуар темного клыка. Все. Это где вход в данж? Вот, блин, вот вспоминаю времена, когда в Вове не было мгновенного суммона в инст, да, и приходилось ножками топать, сколько людей не могли понять, где вход вот в эти все узилища и прочие там ща. Потому что надо было занырнуть вот аж туда под воду, проплыть там куда-то, вынырнуть где-то, и тогда только получалось попасть в данжик. Вы же понимаете. Но на самом деле это все хиха-хиха-хиха. Самая задница была это найти вход в Марадон. Я до определенного момента знал, где вход в Марадон, но сейчас я боюсь, я не найду его. Там совсем какие-то лабиринты адовые. Так. В Гарфилдском пауке отлично переданы... Есть, ачивка есть. Подростковые эмоции. Именно поэтому вот сейчас вышедший паук мне очень понравился. Я фанбой Марвел, но тут еще и дух Евротура, Американ Пай, это приятно. Ну да, нынешний паук более каноничный. У Сэма Рэйми был серьезный паук-задрот какой-то. Да, там по минимуму было вот такого прям фана подросткового. Это не подростковая комедия была, это была какая-то драма серьезная. Поэтому, наверное, более каноничные нынешние пауки. Просто Сэм Рэйми, ну просто ностальгия и в целом... Первые, так сказать, опыты, они самые яркие. И, да и в целом фильмы-то неплохие были. Сколько крылатых фраз. Такс. 10 полета где-то наверху. Там есть ачивка на много рыбы, и ловится он только зимой, а другая летом. Это вот в мета-достижении, которое я делаю. А вообще, давайте обрисуем план, что мы... Ну, нам по-любому шатрат. Да будут. Но, тем не менее, давайте обрисуем план. Что делать дальше? Такс. Рыболов. Блин, какой рыболов Дренора. Нет, не надо мне в Дренор. Из Дренора пока сбежал и возвращаться не планирую. Так, ушел на рыбалку. Вот, непревзойденный рыболов. Что у нас еще есть? Старина, шкатулка, рыболов запределья. О, раз уж мы в запределье, давайте сделаем рыболов запределья. Прекрасно. Я пока подготовлю гайдик. Рыболов запределья. Будет ли стрим по авточес от Вольво? Интересно посмотреть на тебя в роли шахматиста. Но у нас был авточес от Рито. Так что в авточес мы поиграли. Вот конкретно от Вольво. Посмотрим.
Так, значит, с помощью добавленных комментариев и своих прохождений составил список с картой. Так, лес Тиракар, лес Тиракар, лес Тиракар, Награнт-Награнт, Зангартопь. Черт, Зангартопи улетели. Ладно, радует, что в самые задничные локации не надо лететь, типа там... Как это называлось-то? Дайте посмотрю. Пустоверть и Острогорье, да. Так, вот лес Тиракар, хорошо. Значит, смотрим. По гайдику лес Тиракар. Значит, вот речушка. Полетели на речушку. Норик, ты вернулся ради шпрота? Ну, это, скорее, шпрот должен сейчас чуть подсветиться. Но ну, я с радостью с ним поиграю. Покажу ему все, обучу, научу. А то вы его только троллите, что геймпад, геймпад, шпрот, где твой геймпад? Он подключает геймпад и думает, а что не работает геймпад Вове? Плутишек, спасибо за 13 месяц, вот тебе гусь, геймпад. В «Пауке» Рэйми у Питера вечно не было денег, и у тетушки тоже было много сюжетных линий. Здесь паук — это наследник миллиардера, а тетушка мать совсем не раскрыта, да и персонажи как картон. Ну, потому что нынешний паук про фан-сервис, а тот паук про драму был, и... Как мы можем это все сравнить? Просто разные вещи. Ну, разве имеет смысл еще раз делать паука про драму, если он уже был драматическим? Наверное, нет. Наверное, имеет смысл как-то по-другому попробовать его. Про драму был с Гарфилдом. Ну как бы он оборвался на самом драматичном моменте, скажем так. Паук с Гарфилдом просто слился прям вот в самый-самый драматический пик свой. То есть мы по-хорошему могли бы что-нибудь выжить в следующем фильме, но его просто не было. Так, это у нас рыболов за пределы, отлично. Так, теперь по гайдику сверяемся. Костяк Ершей. Это ведь у нас костяк Ершей, это костяк морской рыбы. Не понял. По гайду здесь Ерши, а мы выловили совсем другое по гайду. Ну ладно, пролетим вдоль этой речушки, может другой будет косяк. Все тут спрашивают, будет ли та или иная игра на стриме. Я спрошу, реально важно. Вов зашел, локалки сделал, а теперь спой на манер заставки черепашек-ниндзя. Вов зашел, локалки сделал, Вов зашел, локалки сделал, Вов зашел, локалки сделал, подписку отменил. Скатились! Так, косяк Ершей. Спасибо большое, Человек-пот. Ну, знаешь ли... После такого желания все, что я могу выдать тебе, это гуся-мутанта. Так, а я спрошу о реально важном. Будет ли рабочая кредитка, постиранная в стиральной машине вместе с джинсами? Так неловко получилось. Никогда такого не было. И вот тебе на. Наверное, будет. Да и перевыпустить ее не так сложно. И вообще NFC в телефонах разве нет? Модная технология. Так, косяк Ершей есть, морской рыбы есть, нужен смешанный косяк Нагорья. Он ловится в... Уловил месседж. Пойдемте. Так, новый рингтон на Nokia готов. На Nokia. Nokia 87. У каждого туриста в Париже была. Согласно фильму «Анна». Есть всякие любители на Ютубе докапываться до историзма, скажем так, исторического соответствия в фильмах. Я вот, возможно, даже бы с радостью посмотрел что-нибудь на тему фильма «Анна». Так, все, отлично. Три косяка из Тиракара выловили, в смысле. Так, теперь можно в Награнт и в Зангартопь. Давайте подумаем, что ближе. Хотя, по-моему, одинаково далеко.
А, ну вот, можно через Награнты в Зангартоп. Прекрасно. Все, план намечен. Только что самое классное из кино видел в этом году? Я вот недавно посмотрел 13-часовой фильм режиссера Драйва. По ощущениям, как Линч на скорости 0.25. Под конец стокгольмский синдром словил. Мне сложно. Сейчас, если на ум что-то придет из фильма в 2019-м, просто... Ну, я же могу посмотреть не фильмы 2019-го в 2019-м. Но вот если конкретно выбирать из фильмов 2019-го, то надо подумать. Ладно, подумаем. Ой, Орч, у меня банка заковыристый, заморский, всего с 4 отделениями на всю нашу родину. Предчувствую эпик квест по перевыпуску карты. Я думаю, надо просто проверить сначала. Может быть, не размагнитилось там ничего. Делать что-то сложным ради сложности — это уродский синдром фильмов оскароносца. Если есть история, которая должна быть жизнеутверждающей, смешной или какой бы то ни было, так ее и нужно делать, а не пытаться включить драму, чтобы было серьезно. «Паук, это не хранитель» — это фильм-комикс о реальном челике, о котором, как говорится, can relate, с парочкой кайфовых суперпауэров. Таким он должен быть, и подростковость — это чувство релейтабельность бафает. Сегодня, вот, кстати... Сейчас подведу вас к другой теме. Сегодня произошло интересное событие. Я прочитал такую новость. Ну, не, она... Интересное событие не заключается в том, что я новость прочитал. Новость была интересной. Так, сейчас только на грант намечу, куда лететь. Ладно, я посмотрел. Вы доверьтесь мне на слово. Вот, сегодня прочитал, что Скарлетт Йоханссон дала интервью. Ее там спросили по поводу того, как она относится к политкорректности в голливудских фильмах. И она сказала такую фразу. Вот сейчас постараюсь не приврать, но мысль примерно такая же. Она сказала, что политкорректность — это хорошо, но она не должна вредить искусству. И если где-то конкретно для какого-то художественного замысла политкорректность будет вредна, то в этом фильме ее быть не должно. И вот что-то в таком духе она сказала. И на нее после этого ополчилось опять там целое сообщество в соцсетях. Типа, да как так? Да что ты вообще? Скарлетт, ну ты совсем просто жесть. Какая ж ты оказалась-то сволочь. Так, косяк ильной рыбы. Да, нам сюда. Вот. А я подумал, наконец-то хоть кто-то... хоть кто-то... из голливудских звезд сказал здравую мысль касательно вот местами довольно ахиничной политкорректности в кино, которая просто безумствует местами. Лучше не подобрать, наверное, определение. Но теперь, возможно, что-нибудь в карьере Йоханссон пойдет на спад или что-нибудь там, ну не знаю. Сейчас очень такое дурное время, конечно. Но относительно... Причем даже это не жестко она сказала. Достаточно аккуратно. Но мысль я полностью разделяю. Потому что, ну и правда, важнее всего это художественная составляющая фильма. Какой-то творческий замысел и так далее. А потом уже вот это вот все. Это не должно быть самоцелью и не должно при этом руинить фильмы. А довольно часто в последнее время подобное это руинит. Такс, и все. Остался косяк в Зангартопе полетели. Политкорректность уже мем, потому что когда ты запрещаешь говорить слово «черное» на испанском, это и есть расизм. Нет, ну конкретное слово в конкретном языке может иметь конкретный расистский подтекст. Я не буду вам сейчас это слово произносить, потому что твищу насрать, из какой страны я это говорю и для какой аудитории я это говорю. И может быть у нас это слово совсем по-другому воспринимается, но тем не менее. Я, к сожалению, у меня тут связаны руки. Вот. Ну, Twitch в этом плане тоже неправильно действует. Но, тем не менее, слово, на которое обижаются в Америке,
оно, ну, достаточно очевидное, и у него есть определенный подтекст, поэтому, ну, там, возможно, конкретно с этим словом все нормально. В том плане, что, наверное, его надо бы не употреблять, но единственное, я считаю, вот лично я, мое мнение, что господам принижаемым этим словом тоже, наверное, не стоит это слово использовать. Потому что бытует такое в Америке поверье, что, мол, так говорить могут только люди, которым это слово применяется в оскорбительном ключе. И они себя в шутку называют так, и друг друга в шутку, или не знаю, как называют так. А вот если это скажет белый человек, то тогда все. Ну, как по мне, тогда уж запретите слово для всех. Что это вообще за хрень такая? Да, вот это совсем какая-то чушь. Если оно оскорбительное, пускай оно будет оскорбительным для каждого. Независимо от чего-либо. Такс. Так, последнее. И ачивочка в кармашке. Опа! Рыболов за пределе. Великолепно. Так, складывается ощущение, что основная проблема современности — это то, что слишком много внимания уделяют всяким недовольным. Создается информационный шум, в котором больше всех кричит маленькая кучка недовольных, а большинство адекватных в силу своей адекватности не позволяет себя обвинить всех направо и налево. Ну, на самом деле, проблемы-то есть все равно определенные. То есть я не хочу это все выставлять в том ключе. Привет, Арчи, расскажи историю с Скарлетт. Я все пропустил. Привет, загугли Скарлетт Йоханссон интервью просто по второму кругу только что. В общем, Скарлетт Йоханссон вписалась за то, что политкорректность должна быть адекватной в кино, и вот все, и на нее набросились в соцсетях, что она поплыла кукухой, если вкратце. Что я хотел сказать. Нет, ну, естественно, есть определенная проблема, есть определенные стереотипы, они есть и не только там, где-то на Западе, они есть и у нас, в том числе и определенные расовые стереотипы, и определенные сексистские стереотипы, и по-хорошему с этим надо бороться, но методы борьбы с этим должны быть тонкими, а не толстыми, как незнамо что. Потому что если это пропихивать просто как будто для конченного дебила, то у любого человека сыграет защитная реакция, что его считают за конченного дебила. И тогда он, возможно, даже пойдет наперекор тому, в чем его хотят убедить. Это все равно, что я вам скажу, не думайте о слонах, а вы будете думать о слонах в данный момент. То есть надо как-то это нормально делать. Этим должны заниматься люди с мозгами, которые понимают, как это все преподнести так, чтобы это было и тонко, и месседж донести определенный. Так. А то, как это делают сейчас, ну это просто, ну и кощунство, и просто тупо. Вот все, что я могу сказать. Просто тупо. Так, рыба не ускользнула. Поймайте одну из редких рыб. Давайте загуглим это достижение. Может, оно делается как-то относительно несложно. Все-таки надо одну какую-то рыбу выловить, да? Я теперь не усну. До утра буду думать о слонах. Так. Дополнение ачивмента. Нужно выловить только одну рыбу из перечисленных в списке. Так. Та-та-та-та-та. Болото печали, выжженные земли, болото печали, выжженные земли, фералас, шанс дропа всех рыбок рандомный. С выхода катаклизма для получения нужно ловить в водоемах, где ловится... В общем, болото печали. Элвинский лес, фералас. Нигде в Аутленде ничего нет. Ладно, болото печали. Короче, в этой локации аж две ловятся. Вспомнить бы, где она. Вроде в... Есть болотина, есть... Тысяча игл, Танарис. Ой, блин. Нет, болотина это вот здесь. Значит, болото печали... Где-то
тут, не тут. Вот, да, болото печаль. А, снизу, недалеко от Штормвинда. Ладно, полетели. Давай еще. 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 Хватит! Еще! Здравствуй, Арчи. Благодарю за стримы. Спасибо. Очень приятно включать их на фон, делая что-нибудь. Спасибо. Особенно стримы во Вову. Когда не надо вникать в игру, можно просто слушать твою отсебятину. Спасибо. Ну, потому я и люблю иногда стримить Вов, потому что не всегда я люблю именно на игре сосредоточиться. Иногда хочу и что-то такое вокруг да около просто поболтать, потупить. Так, полетим из Штормграда вручную. Ой, так, сейчас я биоавкну одну минуточку и продолжим. Так-с. Вновь в строю, побежали. Дело в том, что есть малая группа, которая считает, что их притесняют, хотя это не так. Так вот, эти люди жирно пропагандируют свои идеи, диктуют всем свои условия, их реально мало, и если другие с ними не согласны, то они не должны им подчиняться, но происходит по-другому, это неправильно. Ну, во-первых, я бы не столь категоричным был, скорее всего, действительно принижают людей определенных, но это вообще... Мне кажется, очевидно, что не все равны, и какой бы сейчас режим мирового устоя не был, все равны, мне кажется, вообще никогда не будут. Встретиться с тобой. И тем более, ну, мы не можем тоже с вами тут сидеть, рассуждать, кого притесняют, кого не притесняют, потому что нам это не совсем знакомо, были бы мы в шкуре этих людей, еще можно было бы говорить, но я говорю о том, что... Здесь нужно тонко просто действовать. Не толсто и максимально в тупую и в лоб пробивать определенные идеологии, а делать это достаточно и аккуратно, и в то же время понятно. Тогда от этого будет какой-то смысл. Вот. Аркадий, я вот крайне неполиткорректно. Не ниже идиотов, аж зубы скрипят, и агрессия какая-то появляется. Завидую твоему дзену, а то из дома выходить не хочется, так бесит. Ну, у меня нет дзена. Я к нему стремлюсь, но его нет. Все равно. Я же обычный живой организм. Поэтому у меня тоже свои есть какие-то определенные порывы. Довольно негуманный и так далее, но... Ну, не знаю, на все подряд злиться никаких нервов не хватит, мне кажется. Умные люди должны перестать думать, это задевает чувства тупых. Ай, все, отстаньте. Развели. Они хотят равных прав, а не быть равными. Все мы так-то разные. Что? Равных прав, но не быть равными. Вот. Вернее, равных прав, а не быть равными. Слышь, что? Брат, поцелуй мой белый зад. Кстати, Арк, а куда ау? Делся стакан для пончиков? Тарелка вместо него, вот. Просто пончики не падают, но это очередной баг, который фича. На самом деле баг. Но багов... На самом деле сейчас фиксить баги крайне проблематично. Вот просто... задница полнейшая, поэтому и я даже примерно оценить не могу, сколько потенциально времени и сил может занять корректировка багов, которые выработались, поэтому легче делать вид, что их нет, да? Нет никаких багов, нет, все нормально. Как вьетнамец, живущий сейчас в России, подтверждаю, что ваши полицаи ДОС очень притесняют, но это предголовые, к счастью, ушли уже лет 10 назад.
Ну, например, да, вот, например, в метро ведь полицейские никогда не остановят обычного, казалось бы, характерной здешней внешности гражданина. Они всегда будут останавливать каждого довольно, так сказать, стереотипно выглядящего неблагополучного в их понимании кадра потенциально. Это же тоже, наверное, неправильно с какой-то точки зрения. Ну, короче, все это очень такие материи странные. Я, естественно, не гений, который может в одночасье тут придумать, как решить мировые проблемы. Я о том, что, ну, хотя бы вот в чем права Йоханссон, что надо отделять, наверное, какую-то культуру, творчество и вот это вот все от политики и различных вот этих идеологий, пропаганд и так далее. Вот здесь я, наверное, на одной стороне с Йоханссоном. Потому что если для истории важно показать что-то, что не понравится определенной группе лиц, но это имеет под собой какой-то сюжетный смысл, подтекст и так далее, то, ну, это, наверное, надо показать конкретно в этой картине. Одним больше, одним меньше. Так, Сковородкер, спасибо большое за 5 подарочных сабов. У тебя есть какой-нибудь топ-5 на примере? Или мне самому искать? Ну так-то, конечно, люди изначально все не равны. И все это, конечно, утопия, которая, наверное, никогда не настанет. Мне кажется, антиутопия настанет быстрее. Более того, мне кажется, если мы будем стремиться к утопии, быстрее мы всего привлечем именно антиутопию. Что за топ-5? Сковородкер, у нас есть такая традиция. Если кто-то дарит сабов, то мы называем их гусей в честь топа. В данном случае 5 сабов топ-5 чего-либо. Если у тебя он есть на примете. Так, я не знаю, давайте я буду по этим косякам ловить, потому что фиг его знает, где эта рыба может всплыть. Но, как правило, в косяках всегда вероятность выше чего-нибудь выудить. Такс. Нет тут никаких багов. Я так лабы в институте сдавал. Вот и правильно, и правильно. Что на этих багах, внимание, заострять? Так. Чивку какой-то делаешь? Да. Пытаюсь выловить. Рыбка не ускользнула, вот это достижение. Так. Аркадия, еще изначально антибиотиков не было, и право первой ночи с рабством были, но как бы стремиться-то надо, только без фанатизма, а то хрень как это выходит, типа коммуналок. Да, надо стремиться к идеалу, и кто ж не спорит. Но лучшее — враг хорошего, помните об этом. Топ-5 твоих любимых маунтов. О, ну спасибо, Сковородки. Ну прям от души. Ладно, сейчас сделаем. Сейчас только эту рыбошку доловлю. Так, каменных угрей. Итак, поехали. Значит, сейчас будем выдавать гусей в честь топ-5 моих любимых маунтов. Ну, естественно. Начнем с топ-1 всех топов на данный момент, потому что не так давно мы его выбили. Соответственно, первый гусь достается господину Алекс Крафтсу 1. Голова Мимирона! Поздравляем тебя. Это, ну, это целая история. Дальше. Конечно же, именно он. Тот самый великий конь, которого Артас воскресил, поднял из мертвых. Более того, возможно, именно из-за этого коня Артас и сошел с ума, потому что по книге «Король Лич» там что-то там, или «Артас, король Лич», ну, в общем, как-то книга Кристи Голден про короля Лича, не помню, как называется, как раз именно этот конь подвернул там копыта, и в итоге Артас его добил собственноручно, чтобы тот не мучился, похоронил, и это пошатнуло его психику, а потом, когда он стал королем Личом, он его поднял из мертвых, это непобедимый достается господину Асренду. Самый, не знаю, лоровый маунт ever. Так, дальше уже сложнее. Топ... Ну, хотя нет.
пока все еще просто. Следующий. Очень красивый маунт. Безумно красивый. Чисто вот своим внешним видом он мне нравится. Я не знаю. Да, у него есть тоже лор. Он был любимцем Кельтаса. Но тем не менее, он просто безумно красивый. Вот. Один из самых, наверное, красивых, если не самый красивый. До сих пор выглядит очень классно. За счет своих вот этих вот эффектов. Который, да и просто расцветка, все великолепно в нем. Пепел Алара господину Мацу. Такс, едем дальше. Тут уже, нет, все еще легко. Наконец, номер 4 в моем топе, господину Дмитрию Финчу достается Повелитель Воронов, он же Анзу. Очень харизматичный, безумно классный ворон. Правда, со скелетом раптора, но тем не менее. Он выглядит просто безупречный в свое время. В свое время для него нужно было даже делать специальное достижение. Вот, видите, облик стремительной птицы. Друиду надо было делать целую цепочку, чтобы иметь возможность его призывать, этого босса, с которого падает этот маунт. Только друид это мог сделать, и я своим друидом... этим занимался и даже за деньги водил людей на этого босса. Вот так вот зарабатывал как мог. Так, ну и наконец, господину Авиму. Авиму. Ой, тут тяжелее, конечно, уже будет пятого подобрать. А своего донатного лиса даже в топ не закинул, беспонятно. Ну, у меня была мысль. Ну, хорошо, пускай будет Авим, тебе достается космический лис. Один из новых маунтов, но в то же время безумно красивый, классный, с крылышками. Из магазина за 1350 рублей. Просто потому, что, наверное, у меня на топ-5 был бы вот этот Анзу, который, в принципе, выглядит как этот, только огненный. Но он тоже очень красивый, переливается лавой и вот этим вот всем. И плюс у него моделька того же Анзу. И вот эти вот контры. Вот очень мне в катаклизме нравилось, что близы вот во всей этой огненной тематике делали вот такие вот контуры. Не знаю, вид скажет, как они называются. Видите, как бы я ни повернул его клюв, там все равно будет такой красный контур вокруг. Очень классно выглядит. Но тем не менее... топ мы раздали. А господину Пескокосу 0-1. А пускай тебе и достанется пламенное крыло Алис Разор. В честь вот этого вот всего. Спасибо, Пескокос. Или Мджайна же еще. Но его у меня нет. Я в топ включаю только то, что у меня есть. Дракон Аникси, да, мне тоже нравится, но он не в топ-5, он может быть в топ-6. Ну, в общем, он тоже где-то высоко, но не в самой-самой пятерке. А маунт, чтобы которого выбить, нужно пройти лабиринт, у тебя есть? Это конь или единорог? Есть. Мы на стрим проходили этот лабиринт, часа полтора, наверное, бродили в нем. Это было почти сродни пытки, но мы справились. Хотя это... я даже не знаю. Иногда я задумываюсь о том, что я это сделал, и думаю, это был случай или я реально гений, возможно. Потому что это очень, очень тяжелый лабиринт. Таймлост есть? Есть. Ну тоже, я просто не люблю драконов, поэтому он у меня будет чуть ниже в моем топе. Может в топ-10, но не в топ-5. А так Time Lost, конечно, да, самая красивая расцветка вот этих вот бронированных протодраконов. Так. Что тут у нас? Мемы? Я тоже долго проходил лабиринт. Карту на бумаге рисовал, чтобы облегчить прохождение. Ну вот я тоже думаю, что если рисовать карту, то будет гораздо проще, чем если бегать по аддону. Но мы бегали по аддону, а в аддоне есть такая проблема, что если вдруг закольцованность определенная окажется, то это не учтется. И в итоге тяжеловато. Все равно в голове очень много приходится держать. Я думаю, на бумаге было бы проще.
Марк, подскажи, пожалуйста, когда на тебе легендарная удочка, тебя моб ударил, ты можешь превращаться в рыбу? А то сейчас бак у многих с удочкой. Ну, не знаю, надо проверять. Тут мобов поблизости нет. Не забудь набрать водицу, ее модно сейчас продавать. Если бы вы купили мою водицу, я бы вам ее продал, наверное. Но я не супер няшная стримерша. Поэтому вряд ли вам будет интересно покупать воду, в которой я мылся. Такс. Тем более не факт, что она в ней мылась. Но с другой стороны, это вообще не важно. Люди готовы купить что угодно. Что-то вроде не так давно, ну, не так давно это в разрезе последних 10 лет, что-то очень странное продавали на аукционе, связанное с Майклом Джексоном. То ли какой-то носовой платок, то ли еще что-то. В общем, что-то такое прям за гранью. Шаурма, которую ты надкусил. Какая шаурма, которую я надкусил? Скримпак, я не понимаю. Я бы хотел надкусить шаурмы, но у меня и так живот крутит. Так. Так вот, смотрите. Да, если занырнуть с этой удочкой, то тебя превращает в рыбу. Это прикольно. Несмотря на то, что я друид, я могу превратиться в тюленя, но тем не менее. Не будь я друидом, я был бы так счастлив. Ну, а с другой стороны, я люблю коллекционировать всякие формы. Она не мылась, доказали, что ее ДНК в воде нет, и на нее подали коллективный иск. Но это вбросы все. Там уже сказали, что эта вода еще даже не дошла никакому из покупателей. И тот, кто это вбросил, просто вбросил. И коллективные иски это вбросили. И, ага, 50 человек там герпесом заболели от этой воды. Ну, только проблема в том, что эта вода еще никому не продалась к тому моменту. Короче, вброс фейк-ньюс, понимаете, все запретить, ограничить автономный интернет. Пьер Манзони в 1961-м продал баночки со своим, в общем, калом. На баночке было написано «Кал художника, орк». Надеюсь, там не было написано «орк». Это ты от себя добавил? Вот. Ну, это тоже такое, понимаете, это одноразовое действие. Сейчас художник, у кого перформанс круче, тот, собственно, и круче в целом. Так что главное, конечно, перформанс. Стримерша отчасти респект за перформанс, но, конечно, если анализировать это каким-то обывательским типичным мозгом, то это какая-то хрень, но тем не менее. Если абстрагироваться от этого, то за перформанс, конечно, респект. Блин, сейчас сумки засрутся просто в край. Я даже не пойму, что тут продавать, что плохая рыба, что хорошая рыба. Удачи тебе! Ой, ладно. Нюхай. Нюхай! А еще есть мнение, что продукта жизнедеятельности баночки не было, был крашеный гипс или около того. Что? Ладно, неважно. Какая разница? Здесь важен не сам факт того, что есть там ДНК, нет там ДНК. Люди это покупают просто ради какой-то... Некоторые, возможно, покупают ради какого-то фетишизма, а некоторые... А большинство, я думаю, покупают просто из-за такого вот чувства, что ты получил частичку твоего кумира от счастья. Даже если ее там как таковой нет, то все равно ощущение, что ты вот купил какой-то продукт, который с ним как-то косвенно связан. Грубо говоря, как мерч продавать. Типа того. Купил футболочку с принтом, купил баночку с водой. Какая разница, в принципе? Ее бы и так купили. Короче, удочка дает прирост скорости больше, чем форма. Кстати, когда ты ее получить успел? Сегодня. Ну, вернее, я начал вчера ачивку, сегодня закончил. Да, я по-странному чилил на выходных, но и не только вов задротил, вы не подумайте. Так, когда твои баночки? Уже не актуальны. Я говорю, такие перформансы могут быть только одноразовые. Я должен придумать что-то другое. Например, смотрите, давайте я буду стричь ногти и складывать их в мешочек, а потом буду продавать свои отстриженные ногти.
Как вам? Это же гениально. Это будет куда более осязаемо. Или, может быть, волосы. Это уже было. В Симпсонах? Ну, в смысле, смотрите, почему ногти это круче? Вот я же своими руками, да, монтирую видео, там, веду стримы и так далее, непосредственно руками взаимодействую с вами. То есть получается, что я касаюсь именно этими ногтями, там, клавиатуры и так далее во время вот работы, и, соответственно, вам отдаю вот именно эту свою частичку, которая с меня спадает, обновляется, но вы получаете. Возможно, вы получите ногти, которые делали там видос по линейке. Возможно, вы получите ногти, которые делали машине какой-нибудь там. В общем, каждый ногти можно это подписать. И конкретный в них будет символизм. Там, например, какие-нибудь ногти будут дороже, какие-то ногти будут дешевле. Я бы твой зуб купил. Зуб даю. Так, нет, зуб я не буду продавать. Не надо, мне он самому нужен. Арка, ты не боишься, что кто-то сделает куклу Вуду? Нет, вы же мои зрители, вы самые лучшие, святые. Юнины, товар ограничен, очень дорого. Ну, это на такой черный день. Аркадий, не надо, уверенно, кто-то сделает твой тотем в шкафу, используя твои ногти или волосы, прикрепит фото твоего зеленого лица и понеслась. Оно тебе не надо. Ну вы меня прямо это устрашили, я теперь даже сам не знаю. Но как по мне, это куда более гениально, чем продавать воду. Уж вода, ну вода, ну она смывает, понимаете, она все смывает. А ногти, они уносят с собой частичку истории. На этих ногтях находились... Когда сабы упадут ниже 180. Ну типа того. Вот, именно эти ногти соприкасались там с мышкой, когда монтировалось то-то или то-то. Именно эти ногти стучали по клавиатуре, выбивая знаменитый каламбур из видео про линейку. Вы только задумайтесь, все это делали эти ногти. Как вы можете не хотеть их купить? А давай мы будем ставить воду перед мониторами, а ты ее будешь заряжать. Что-то мне кажется, что-то попахивает чем-то таким вторичным. Как будто где-то, когда-то, возможно, это уже где-то и было. Можешь мне встать на одном месте и просто долбиться? Не пытаться искать эти косяки? Потому что они что-то тут совсем редкие в этой локации, просто ни одного косяка. После того, как мы выловили вот там вдоль реки, вроде... Вся локация состоит, да, из болот, из речушек, но ничего нет. А вот бы каплю крови в красивую капсулу. Нет, крови не надо. Во-первых, она высохнет, а ногти всего лишь сгниют, станут черными какими-то там, рассыпятся. То есть все равно что-то от них останется. В общем, все. Я придумал свой бизнес. Не воруйте. Не воруйте. Мало косяков, он хочет долбиться. Так. Недавно новость почитал про то, что некоторые люди коллекционируют арты с сайта WikiHow. Есть такой сайт WikiHow, на котором копятся бессмысленные гайды в духе. Как понравиться мужчине, как научиться играть на... губной гармошке, как там, ну, в общем, разноплановые какие-то гайды, очень странные местами. И к ним кто-то постоянно рисует какие-то упоротые арты, максимально упоротые. Вот люди эти арты сохраняют и потом показывают друг другу, пытаясь угадать, что на них... К чему они именно относятся? Что они хотели показать? Какой контекст у этих артов? ОРЧЕ, давай продавать видео со второго канала. Это будет что-то новенькое, но по сути ты будешь продавать воду. А как тебе? <с- <с-
Так, ну давайте, полный набор, давайте, полный арсенал. Где еще можно провести знак равенства между водой и видео со второго канала? Смотрите. Орк рыбачит. Это что, он получается из своего второго канала рыбу выдергивает? Муха-ха-ха-ха. Ладно, скрипипак. Это, конечно, было неплохо. Но уже надоело. Но неплохо. Но надоело. Ушную серу еще можно. Но ушную серу не так. Ну хотя ушная сера... Понимаете, в ушной сере тоже есть символизм. То есть, например... Ну я просто не произвожу столько ушной серы. Она у меня не так часто копится. Хотя... То есть, получается, мои же уши, они же тоже во время монтажа активно задействуются. Они там все слушают, все шуточки через них проходят, все вот эти вот стадии монтажа. То есть, в какой-то степени ушная сера тоже заряжается контентом, пока творится контент. То есть, передавая вам частичку ушной серы, я передаю вам частичку контента. В общем, нет, ногти пока лучший вариант. Вот лучше ногтей пока еще ничего не придумано. Ой, смотри, смотри, Орч, ты же в курсе про память воды? Давай разбавим твои видео со второго канала и получим воду, которая помнит воду со второго канала. Сложно. О, ну про память воды я, конечно, в курсе. Конечно. Мне кажется, тут нет косяков. Давайте реально просто стоять и долбиться. Как бы это странно ни звучало. Все. И пошло дело. Вот тебе идеальная идея для перформанса. Фотографируешь свое лицо. Фотографию рубишь на 10 тысяч маленьких частей. Продаешь каждую частичку за 1000 рублей. То есть теоретически можно будет собрать твою фотку. Так, 10 тысяч на 1000 это сколько? 10 миллионов? А вдруг кто-то психанет и скупит весь тираж? И что? И тогда он все соберет. Понимаете? Вдруг какой-то олигарх. Вдруг вот он сидит, смотрит эти стримы именно для... Может, это ты и есть. Может, ты такой. 10 миллионов? Пф, мелочь. Сейчас я его забайчу и все. И потом солью куда-нибудь. Что-нибудь. Продавай пот. Ты ж потеешь, пока делаешь контент. Но пот сложно собрать. Ногти-то достаточно легко. Привет, Орч, ты ловишь контент? Да, для второго канала собираем там, ну, знаете, типичный рецепт. Немножко водорослей, немножечко бактерий, вирусов и прочего. Вода, между прочим, самая насыщенная вирусами сфера. Вы когда купаетесь в море, вас окружают миллионы вирусов различных, которые в этой воде плавают. Представляете? Вот имейте в виду. Теперь вам купаться в море будет куда веселей, я думаю. Такс. А ты тогда скажи, что продаешь 10 тысяч кусков, а сам продай только 9999. Бактерий, не вирусов. По-моему, вирусов. Я просто не так давно почему-то Plague Inc. проходил по второму кругу и, ну, чисто позалипать вечерок. И что-то потом на Википедии про это, на тему всяких вирусов и прочего читал. По-моему, все-таки вирус в воде. Может быть, и бактерий полно, но вирусов тоже должно быть полно. Так, ну, в общем, нагуглите, да, в Википедии статью про вирусы. 100 пудов там будет это написано. И вы такие кидаете пасту, и герой чата становитесь. Как вам? Так, какое у тебя образование? Стримерское. Может быть, стримы это лишь часть пути. Может быть, я хочу на стримах получить в будущем образование. Как вам такое? Мотивирует?
Ты видел игру от Plague Inc. про революцию? Видел, начал играть, но что-то не разобрался и дропнул. Но не то, что дропнул, а просто переключился на что-то другое. Орг-вирусы, как правило, не очень устойчивы в окружающей среде, так не могут активно сопротивляться. Да нагуглитесь статьи в Википедии, просто найдите в Википедии вирус, наберите и найдите там, что-то должно быть. Что должно быть. А мне нравится второй канал. Когда стрим заканчивается, я не расстраиваюсь тому, что зарядка моего чая закончилась, у меня незаряженный чаек, просто включаю видеох со второго. Так, сегодня день креатива про второй канал. Вот, ладно, я пошел сам гуглить. Вирус, Вики. В Мировом океане обитает 195 728 популяций вирусов, почитала международная группа ученых. Вот, вам мало, что ли? Ну, давайте, вирусы моря. Однако, основная... Ну-ка, смотри... Так, все. Сейчас. Ну-ка, все, все, все. Бла-бла-бла, роль вирусов в биосфере, бла-бла-бла. Однако основная роль вирусов в биосфере связана с их деятельностью в водах, океанов и морей. Вирусы — это самая распространенная форма жизни в океане. Их концентрация достигает 10 миллионов вирусов на 1 квадратный миллиметр поверхности моря. Чайная ложка морской воды содержит около миллиона вирусов. А теперь купайтесь в море, друзья. Все. Вот ведь спорят. О чем? Я же говорю, загуглите статью из Википедии. Нет, спорят. Типичный чат. Так что, да, в море купайтесь. Теперь с удовольствием. Зная, что вас окружают миллиарды вирусов в этот момент. Миллиарды. Представляете, у некоторых людей есть паранойя. Помните, как фильм «Авиатор»? Когда герой Ди Каприо так боялся всяких бактерий, что там руки до крови мылом натирал, запирался в кинотеатре и в баночке писал, пил молоко. Уделал. Орк, ты его уделал! Показал зеленому юнцу его место. Настоящий бать. Да, ну немножко я свое ЧСВ поднял. Ну надо же иногда это делать. А то что, я могу же я себя только угнетать вечно? Хватит долбиться, полетели за косяком. Я сейчас прокачаю всю рыбалку в озероте. Нет, нам должна выпасть редкая рыба, понимаете? Я не знаю. Написано, что она выпадает в бал... Ну ладно, давайте вернемся к гайду. Опять мы куда-то уплыли. Так, тра-та-та, болото печали. Болото печали. Вот давайте, 130-фунтовая мощь рыбы. Когда-нибудь, наконец, мир избавится от дебильной системы с фунтами, милями, дюймами и прочей чертовщиной. Перейдет на нормальную систему Си. Так. Является целью для достижений. Ловится ваш шар, в низине Арате, предгорье Хилсбрада, Алтеракская, да. Почему ваш шар, а там написано в болотах печаль? Ладно. Вот здесь написано болото печаль, 22-фунтовый омар. И здесь опять фунтовые. Лучше всего ловить ваш шарик, да? Хватит. Будьте готовы сделать 10 тысяч забросов. Ловится ваш шарик в заливе Бурь. Да что ж такое-то? Все в этой шаре. Ж... Ну, и это старые гайды ее поменяли все. Катаклизм все уничтожил. Так. Не все вирусы выдержат таких токсичных людей, как те, кто шутит над нашим любимым орком. Да, понимаете, вирусы одни такие. Да они повсюду. Они повсюду. Просто надо с этим смириться. Мы же их не видим, вот и насрать, да? А потом какой-нибудь мелкий тварь заберется и убьет нас изнутри. Вот такая... Ну, вирус, он дебил, понимаете? Вирус просто идиот. На самом деле, я вот что считаю. Поскольку вирус, он живет за счет организма, в большинстве своем, да, он должен, наоборот, не убивать организм, а усилять его, понимаете?
То есть, чем дольше проживет организм, тем дольше проживет вирус. Должен быть симбиоз. Он должен, вирус должен дарить нам сверхспособности. Не делать нас какими-то больными там или еще какими-нибудь там инвалидами или типа того. Он должен, наоборот, нам давать какие-то сверхвозможности. Продлять жизнь, например, там, избавлять от сна, какую-нибудь давать сверхрегенерацию или что-нибудь типа того. Вирус должен приносить пользу. Понимаете? Так он убивает не нарочно, потому что сам выживает, то есть питается тобой. Ну так поэтому он и дебил, я же говорю, что он дебил. Он просто рубит сук, на котором сидит, плюет в колодец, из которого пьет. Поэтому нормальный вирус должен вот заниматься тем, чтобы нам улучшать жизнь. Вот, вот так это должно выглядеть. Людей с вирусами должны отправлять, понимаете, вот если у вас вирус, вас куда там в больницу положат или еще куда-нибудь изолируют как-нибудь от общества. А нет, должно быть иначе. Если у вас вирус, то вас отправляют, насильно отправляют на курорт на море. Потому что, ну, у вас вирус, теперь вам придется заботиться и о его существовании, о своем существовании. Соответственно, вам надо создать максимально комфортные условия, чтобы вирус в вас жил хорошо, чтобы всего ему хватало, пожизненное обеспечение едой, климат хороший. В общем, все это за счет государства, конечно. Люди с вирусами, да, им надо помочь. Вот, вот, поэтому все, на курорт, куда-нибудь на море, куда-нибудь вот туда, и на всю жизнь там едой, водой, развлекаловым обеспечить, вот. А вирус еще и продлит эту жизнь, будем жить там 300 лет, допустим, вот. Вот так должно работать в нормальном мире. А за третий вирус квартиру давать. Ну да, квартиру, да, желательно. Ну потому что, да, много вирусов, это все-таки, понимаете, многовирусность, это... Ну, это надо за каждым ухаживать отдельно, за каждым следить, все-таки смотреть, хватает ли им всего. Мало ли вдруг, он же умрет. И вам поплохеет без вируса-то. Вот как в нормальном мире должно все работать. Вообще, ты случайно не один из основателей корпорации Umbrella? Они тоже что-то такое хотели сделать, правда, зафейлились. Ну, они это... Ну, то тоже дураки. Такие же дураки, как и вирус. Турк, я только что чихнул. Где получить путевку на море? Ну, пока еще мы, видите, не совсем в таком мире живем, но мы стремимся. В этом мире, в идеальном мире все будет хорошо с теми, у кого вирус. Это наоборот будут. Вы будете приходить, вот знаете, вот сейчас вы приходите к друзьям такие... блин, привет, слушай, у меня вирус. И он такой, соболезную, это жесть, конечно, не повезло. А вы будете встречаться с друзьями и говорить, у меня вирус. А они такие, ого, ничего себе, ну я тебе завидую, блин, повезло ж тебе, ах ты засранец, сорванец. Вот ведь жизнь тебя наградила. Я такой, ну да, да, у меня вирус. Хорошего дня, Орчи, хорошего стрим. Поеду почили на озеро на 2 дня. Пока, скримпак, удачи оторваться. Хотя, конечно, уезжать в ночь в воскресенье, по крайней мере, в наших часовых поясах, это немного странно, но удачно отдохнуть. В море миллионы вирусов. Орк настаивает на плюшках для тех, у кого вирус. У Орка есть 2-й канал, значит, у него миллионы вирусов, значит, Орк хочет себе пособие за вирус. Не, ну делать какие-то вирусовые фермы, да, кто-то будет разводить вирусы. Так, стоп. Темноклешневой омар. Это не 12-фунтовый омар. Это другой омар. Это не тот омар, за который дают ачивку. Орк, брат, друг, как твои дела? А я думал, Гатан уже близко. Нормально дела. Гатан, ну, примерно так же близко, как и далеко. Он где-то в лимбе, а так, если завтра, допустим, Шпрот не будет играть вов и не захочет кооператив, то пойдем играть Лавкрафта, дальше проходить потихонечку, игрушка веселая,
посидим, потупим, поразгадываем загадки, опустимся на дном и же водолаз. Вы пошутите про то, что орк опуска погружается в свой контент или что-нибудь в таком духе. Будет весело. Будет весело. Зачем тебе нужен омар, орк? Для ачивки. Которая, возможно, понимаете, очень сложно в ачивках на вероятность понять, делаешь ли ты все правильно. То есть, когда мы ходили за Мимироном, и вы меня убеждали в том, что я делаю все неправильно, потому что не включаю режим для 25 человек, который отменили уже 100 лет назад, а я вам говорил, я все делаю правильно, а потом мне выпал Мимирон, в определенный момент жизни, возможно, я тоже начал сомневаться, потому что очень сложно, когда ты просто долбишься в рандом, понять, может быть, ты и правда делаешь что-то не так, может быть, ты что-то не до конца понял, но сказано, рыба ловится в болотах печали. Ловлю эту рыбу, гайд с катаклизма. Так, что пишут? Все-таки специально не надо ее ловить. Сегодня случайно залетел во фьорд, 6 забросов и селедка. Ловить с косяков не обязательно. Арк, ты неправильно делаешь, надо поплавок заменить. Кстати. Так, давайте, во-первых, продам всю эту чушь, которая у меня накопилась. Много интересных вещиц. Тебе нравится? Тебе нравится? Так. Это раз. Во-вторых, давайте сделаем вот так. Мы сделаем сейчас вот так. Я глазами ищу итем, благодаря которому мы сделаем вот так. Но... Как же сложно разобраться в этом хламе. Ладно, придется воспользоваться. О, вот, нашел. Все. Вот теперь рыбалка пойдет прям нормально. С таким поплавком. Марк, а если я играю в WoW на русском сервере, а потом перееду на Европу и буду искать, играть на европейском сервере, у меня перс сохранится, ак станет европейским. Если ты играешь на русском сервере, у тебя и так европейский ак. Они уже давно объединены. Плавок не заменил. Он как не заменил? Вот он какой большой теперь. Здоровый. Здоровенный! Ясь! Только объясни, почему у стримеров WoW всегда засранный инвентарь? Я не знаю. Я даже когда не стримлю WoW, у меня засранный инвентарь. Возможно, просто у всех всегда засранный инвентарь. Просто вы обращаете внимание только на стримеров. То есть это как соринка в своем глазу, а в чужом бревно, или как там это было? Бревно в чужой соринке, глаз в глазу, глазурь. В общем, разберетесь. Я не понимаю, как навести порядок в этих сумках, когда столько всего. Вот один мехагон насрал на одну целую сумку. Каких-то запасных частей, каких-то деталей. Каких-то карт, какой-то галиматьи, в нажатаре какая-то вода, которую нужно тоже солить обязательно, чтобы... Ой, все. В общем, позасирают сумки. А потом нам приходится бедным стримерам объяснять, что это не мы такие. Это все Blizzard. Они намеренно это делают. Чтобы мы привязывали аутентификатор и получали дополнительные 4 слота. Мне так девушка по вечерам говорит. Как, чтобы мы засирали инвентарь и 4... Ну ладно, я знаю, что уже упустил контекст. Ты видишь соринку в глазу брата, а в своем бревна не замечаешь? Нет, чушь какая-то. Мне больше понравился вариант, что ты видишь бревно в соринке, а глаз в глазу. Орк, вот про то, что вирус дебил. Не вирус, конечно, но токсоплазмоз, например. Ему надо кокнуть промежуточного носителя, иначе он, конечно, выживет, но не размножится. Взамен он дает носителю суперспособности бесстрашия и безбашенности. Вообще рассчитан на мышей, но людям тоже передается. Говорят, что большое количество разбившихся мотоциклистов и других гонщиков были носителями. Вот и думай теперь, вроде тактика правильная, но ошибся с носителем. Вот, видите, некоторые вирусы все-таки дают какие-то способности дополнительные. То есть не все вирусы идиоты, но некоторые идиоты, потому что убивая человека, они умирают сами. Но это же придурки просто. Придурки!
ты брата в глазу замечаешь, а видишь бревна в своей соринке. Да, вот именно так оно и звучало, наконец-то. Короче, я вангую, нам нифига не выпадет, и мы все делаем неправильно. Короче, эта ачивка, это какая-то... Это явно не... Явно не контент для стрима, мне кажется. Это просто надо вот сидеть параллельно, какой-нибудь видос запустить, там фильм смотреть и просто изредка тыкать по поплавку. А есть какой-нибудь макрос, может быть, чтобы рыбу собирать? Как твои дела? Привет. Что с голосом? Что с голосом? Вроде все нормально. Я хочу все забываю. Переподключить, вернее, другой микрофон для разнообразия. Вот тогда надо будет, да, всем спрашивать, что с голосом. Но я забываю это сделать. Я еще в пятницу этим хотел заняться. У меня иногда есть такие загоны, хочется что-нибудь поменять. Все. Да, есть программа на OpenSV, которая рыбу ловит, могу GitHub скинуть. Но это бот называется, за такое бан дают. Ой, бан дают, не надо мне бана. Есть бот. Нет, ну спасибо, конечно, но если забанят аккаунт с 15865 ачивками, я больше не вернусь в WoW никогда, наверное. Я такой, да ну его в пень, я не восстановлю это все. 315 забрав, осталось 9685, не сдавайся, Орч. Доброе утро, Орч, как игра, что нового? Привет, гном. Нормально, очень много нового, ловлю рыбу, до этого ловил рыбу, и рыбу ловил. А чё, хороший способ завязать? Ну, такое. Нет, на бота не надо меня подсаживать. Соблазн велик, конечно, сократить количество вот действий в рыбалке, но... Но все-таки, наверное, продержусь как-нибудь. Справлюсь. Так, ладно. Скрытое становится явным. Что это? Выудите скрытнее из глубин змеиным святилищем. Может быть, это делать легче? Скрытное становится явным. Главное, вожу в гугле «скрытое становится» сразу. «Скрытое становится явным». С мягким знаком. Забрасывать удочку и ловить скрытнее надо здесь. Так-с. Так, отлично. Этого нету. На-на-на, приходе вниз. Магом сделал, как выше описали, создал рейд, использовал эликсир хождения по воде. Замедленное падение. Змеиное святилище. Это какой-то данж, но... На маунта сесть нельзя. Лучше всего сделать, отточив в одиночку. Так... Друид в стелсе быстро и просто. Так, звиное святилище. Что это вообще? Это Burning Crusade. Давайте, короче, ладно, бог с ней, с этой рыбой, потом как-нибудь выловлю, возможно. Просто, когда будет нечем заниматься. Пойдемте ловить босса в рейде. Где змеиное святилище находится? Сейчас погугли. Змеиное святилище. Вход. Так, вход в змеиное святилище. Ясно. Зангартопия по центру. Ну, в принципе, мог бы и догадаться. Есть ачивка приласкать определенных безобидных животных. Давай такую ачивку сделаем, Орк. Нет, убить всех. Все сделаем сначала ачивки на убийство, а потом загладим свою вину перед природой, погладив всех белочек. Я бы хотел сделать ачивку на селфи. Мне кажется, довольно веселое. Летать по миру и делать селфи. Просто надо под рукой держать какой-то план перемещений. О май гад, он не знает, где ССК находится, отписка. Так подпишись сначала. Прежде чем пугать-то...
Как вы тут? Открыли полет? Да полета открыли, полета открыли. Вот смотрите, брюшко какое у моей... Мои птички. Мои совушки. У моего совошка. Совочек, совочек, совучек. Как можно не возрадоваться такому брюшку? Так, ладно. Зангартоп, значит, змеиное святилище. И дальше надо где-то выловить босса, но при этом ни хрена нету карты на вовхеде, которая бы работала. Ладно, может быть, на английском есть. Так, сначала новые. Бла-бла-бла, шмал-бал-бла. Там на... Короче, все тоже какая-то ерунда. У него не открыто Локи БК. Так у меня персонажей сотни, тысяч. Я открывал Локи БК на других персонажей. У меня везде контент огрызками. Понимаете, для меня самым счастливым моментом в моей жизни стало, когда Blizzard то ли в Катаклизме, то ли в Пандарии объединили ачивки для всех персонажей. Раньше надо было в Lich King собирать ачивки для каждого персонажа отдельно, а потом сделали ачивки общие для Battle.net аккаунта. Не все, но многие. Но потом почти все. Буквально вот почти все сделали, так что... Так, ладно. Значит, у меня варианта два. Один под водой, второй над водой. Попробуем сначала под водой. И что из этого выйдет? Но здесь вход в это узилище и прочее отстой, может быть. Я просто не помню трейд, а в нем, если и был, то один раз в жизни. Потому что кому он был нужен? Никому. Никогда. Аркадий, вообще хотел спросить, стоит ли в 2К19 брать Switch ради Зельды, при учете того, что в целом сижу с эмулятором старого добра и радуюсь этому, радуюсь себе мирному небу за окном? Не знаю, сложный вопрос. Мины святилищ. Switch сейчас выйдет лайт-версия, может иметь смысл ее взять. Вот, а так... Честно, не знаю. Я в курсе, что есть консоль, какая-то чудо-консоль, называется что-то типа GPD Win или около того. Типа портативный ПК в виде геймпадика, такого с откидывающимся экраном. Нет! Я ведь не разобьюсь, да? Все, ведь нормально, это не босс-лифт. Покажите, пожалуйста, что это не босс-лифт. Это не босс-лифт, это босс-лифт. Стой, твою мать! Нет, ну куда ж ты ушел? Ой, стоп! Я же могу летать совой, господи, я забыл об этом. Видите, век живи, век учись. Я же друид, я все могу... Все могу. Вот сейчас она грохнется. Но мы еще полетим. Гениально, господи, гениально. Как я мог забыть? Я же сова. Так. Ну вот, короче, на этой консоли под Windows 10, может быть, можно запустить всякие эмуляторы. Но, правда, я сомневаюсь, что не будет нормально идти. Но зато, возможно, в теории... Можно будет поиграть в какие-нибудь Моровинды там и прочую супер-классику. Так, честно, не знаю, куда идти. Вот вообще этот рейд, я просто без понятия. Но, судя по всему, сюда нельзя пройти. Поэтому куда-то только наверх двигаться. Это самолет. Что это на небе? Это птица? Это самолет? Или деградант-друид? Который не знает своих обилок. Уже не нравится мне этот рейд. Ж надо столько было сделать. Так, вопрос, где эту рыбу ловить? Так, скрытие не с глубин. А, все, понял. Вон по центру. Ну, очевидно, вон там он вылавливается. Прям по центру.
где-то. Так. Ну, мы же можем бегать по воде, да? Может быть, где-то можно срезать или просто пройти по воде до центра. Давайте пройдем по воде до центра. Вообще, у Орч есть какие-то ачивки, которые нельзя выполнить. Но те, которые нельзя выполнить, они во вкладке «Великие подвиги и наследие». Нет. Нет, в наследии они все находятся. Вот их уже выполнить нельзя. Так, ну очевидно вот здесь, вот прям косяк виден. Давайте, хотя бы эту ачивку сделаем сегодня. Чё, реально сейчас босс вылезет? Прикольно. Ну давайте его завалим. Так. Ой, опять засрется все сейчас. Какой-нибудь трансмогрив даже добавится, что самое забавное. Так, а кто финальный босс этого рейда? Может, быстро его убить, леди Вайш? Или к ней не пройти, пока не убьешь всех остальных? Добрый вечер, как стрим? Да нормально идет, ачивок сегодня сделали. Мародера, рыболову за пределе, скрытая становится. Я внутри ачивки, ну тоже нормальный подход. Не пройти, пока не убьешь. Ладно, тогда надо просто. Ну, блин, душно, душно. Ого, рейд в честь орка. Вот вообще не смешно. Так, а есть ли у меня вообще это змеиное святилище? Змеиное святилище. Нет, прикиньте, не пройден. И логово Грула не пройден. Ну, какой позор. И килл Джаэден не убил. А, ну я его так на пиратке убивал. Вот отстой. Надо срочно наверстывать. Смотрите, сколько еще достижений из старого мира можно сделать. Да, да. Некоторые, по крайней мере, великих подвигов. Конь Ривендера, адмирал Кровавого Паруса. Да, надо будет закрывать рейды. Может быть, даже в пень рыбалку. Может быть, займемся закрытием всяких рейдов. Тем более, тут трансмогрив падает. Всяко будет хорошо. Ладно. Придумаем, чем заняться. Заняться всегда есть чем, в принципе. Локалки-то я точно не хочу делать. Полеты есть все. От локалок я свободен на веки веков. Даже удочку сделал. И то хорошо. Но сперва, да, надо и сумки почистить, и вообще почилить. Вот, вот. Ой, орк, стримы этого орка мы смотрим, а он не олд. Да я проходил эти все рейды на пиратке в свое время. Ну кто мне теперь поверит? Ну там Килл Джедон, он вылезает, он наполовину из зала вылезает, только морда его торчит там в этом эпичность вся сражение. А до этого ты вообще бегаешь по этому санвалу, как по лунасвету буквально. Убиваешь там боссов. Вот только в конце этот Килл Джедон ублюдок выдыривает. Все, я все знаю. Я бы не знал это, если бы не проходил. Откуда бы я знал, что он там наполовину высовывается? А? Все убивал. И даже лук видел в дропе. Ну просто на пиратке же подкручено все. Поэтому там эти луки падали только в путь. И даже гору Хиджал проносил. Вот, кстати, гора Хиджал. Вроде у меня... А, она у меня сделана, я в нее ходил. Гора Хиджал куда интересен. Самый топовый рейд БК. Так, кстати, Орк, ты можешь про это говорить, что силу воли прокачал, готов вовсе сидеть с тобой. Будем сидеть. Так, ладно, господа товарищи. Я потихонечку пойду, да и время, в принципе, позднее. Вам советую
отоспаться, понедельник, вонючая неделя начинается, ну, как и любая неделя начинается, с вони. Но чем хорош понедельник, что стрим вечерком будет. Опять же говорю, если, допустим, Шпрот не получится у него завтра в WoW скооперироваться, то пойдем в Лавкрафт. Если получится, может быть, зайдем тогда в WoW, с ним покооперируемся. Будем обучать нуба азам поведения в World of Warcraft. В общем, примерно вот что-то из этих двух сценариев завтра будет, поэтому имейте в виду. Вот, спасибо. Спасибо за компанию приятную, спасибо за помощь с ачивками, за шутки про воду, конечно же, за интересные темы, интересные мысли, за подарочных сабов сковородкеру, за ресабов всем остальным, за донейшены от наших сегодняшних донатеров Глена Кокоса, Василевса, Глена и Джойнта. И приятных всем сновидений. Да, постараюсь не захлебнуться. Так, вроде никто не стримит из товарищей. Поэтому просто расходимся. Ну, собственно, вы крутые, да. Респект. И как говорят у нас в БК, ну, знаете, Санвел, который я проносил. У нас там говорят NPS BAT. Ну, когда мы проносим Sunwell, мы друг другу говорим NPS BAT.